Саш, прости, что не стал тебя будить. Я срочно уезжаю, у нас в банке большие проблемы. Жди меня здесь, я разберусь и через пару дней вернусь за тобой. Береги рыбку, которую я тебе оставил. От нее зависит вся наша дальнейшая жизнь. Целую. У нас, как всегда, нет ничего похожего на завтрак. В холодильнике целая полка йогуртов. Я предпочел бы блинчики. Ну, Ивочка, во-первых, есть много теста, вредно для здоровья. Зато это вкусно, Ивочка. Вот. Во-вторых, я поэтесса, а не кухарка, если ты, конечно, не забыл. Я бы с удовольствием это забыл, если бы у меня был хоть один шанс. Но раз уж ты решила стать моей женой, тебе нужно научиться хоть что-то готовить. Зачем? Это так не романтично. Резво ты в отпуск собралась, Анют, а ты спалась бы хоть денек-другой. На том свете высплюсь. Кавалерка мне, Ид Михайлович, не даст на мне. По всему побережью махнете. Решилась все-таки. А что мне решаться? Я всегда готова. Это он до посинения думал. Эх, хорошая ты баба, Анька. Жаль, только в жизни с мужиками не везет. Да ну, что не везет-то? А кому везет? Думаешь, твоей жене, что ли, повезло? Ну, говорит, что повезло. Врет, наверное. Скоро вы? Я так на самолет опоздаю. Да я, похоже, уже приехал. Придется эвакуатор вызывать. Прекрасно. Мне что прикажете делать? Ловите попутку. Очень конструктивное решение. Чемодан отдайте. Чем могу? Имейте в виду, что эту поездку я оплачивать не собираюсь. Да я и не прошу. Побыстрее можно? Всего доброго. До свидания. Кстати, а куда ты положил ключи от моей московской квартиры? Зачем тебе ключи? Я улетаю на последнюю примерку свадебного платья в Москву. А, ну да. Шить свадебное платье – жуткое мещанство. Ой, Ипочка, это ты скажи своим родителям. Это они решили, что на все должно быть согласно традиции. А ты не особенно с ними спорила. Как я могу? Если я решила стать твоей женой, как я могу сопротивляться твоим родителям? Спелись. Вот они. Ну, где там Петрович? А то в аэропорт опоздаешь, а твой кавалер развернется, да и улетит. Ты что, типун тебе на язык, Михалыч? Вам куда? В аэропорт подбросите? Садись, сейчас помогу. Пока. Пока. До встречи. До встречи. А я хочу это. Ага. Возьмешь? Да, конечно. Привет, Петрович. Чего опаздываешь? Привет. Анют, пассажирку тут взял, не возражаешь? Машина сломалась, а ей тоже в аэропорт. Не возражаю. Ой. Здрасте. Все, давай, Михалыч. Давай. Петрович, что физиономия такая красная, как свекла? Давление ли прибухнул вчера? Эх, Анют, нечего бы приятного мужику сказать. Может, я от любви? А вот я так и подумала, что ты от любви. Матрас-то куда столько везешь? Да вот вас сейчас в аэропорт закину, а потом матрасы в больничку. Вот под колеса прям. Господи. Я в аэропорт опаздываю, у меня такси вообще не пришло. Подбросите? Подбросите? Садись. Спасибо. Здрасте. Здрасте. Вы тоже в аэропорт? Супер, отлично, я с вами. Как мне повезло, да. Места, конечно, маловато. Ну ничего, ничего, я как-нибудь пристроюсь. Так. Ой. Да давай, уже. Сейчас, сейчас, сейчас. Все, поехали.
куда гонишь-то, а? Ай, Анюс, что-то плохо мне. Ань, что-то плохо мне. Эй! Петрович! Петрович! Шовчик. Все быстро заживет. Через неделечку приедешь, снимем швы, и будешь как новенькая. Давай, все будет хорошо. Кто ты у нас тут? Иветта Белопольская. Это вам не Мохоткина, Анна Ивановна. Добрый день, Анна Ивановна. Да, добрый. Анна Ивановна, а вам повезло. Отделались ушибами да пару ссадин. А Скворцова у нас кто? Я. Все нормально, ребра целы, легкое сотрясение мозга. Поберегитесь пару дней. Спокойный сон, свежий воздух, витаминчики опять же. И никаких резких движений, стрессов и физических нагрузок. А Петрович? Понятно. Понятно, да не совсем. Инфаркт. Он умер еще до падения. А вы живите, радуйтесь. Как вы можете так говорить? Вы понимаете, что мы с девочками могли бы погибнуть? Вы не понимаете? Мы не погибли же. Все. Делай выводы. Да какие выводы? Нет, какие выводы я должна сделать? Да что ж такое? Какие сделайте выводы? Сделайте пару кубиков покоя. Не надо. Не волнуйтесь. Какие волнуйтесь. Выводы? Не надо. Главное, не волнуйся. Работает, да? Здорово. А он разбился. Представляете? И паспорт, главное, куда-то улетел. Паспорт? Угу. Мне и сумку, и чемодан все по склону размазало. А там и паспорт, и телефоны, и деньги, и белье кружевное. Роман намечался? А еще какой роман? Слушай, Саш, так неудобно, конечно, но можно я у тебя попрошу телефончик, один звонок сделать? Я быстро, Ромео моему, пожалуйста. Спасибо. Если тебе тоже надо позвонить, возьми телефон. А? А, не, не надо. Я ни одного номера наизусть не помню. Спасибо. Что случилось, Ань? У меня нет. Все нормально. Просто Ромео вообще не прилетел. Это как? Вы же договаривались? Договаривались. Он передумал. А я из-за него в аварию попала. Может, и хорошо, что не прилетел. Зачем тебе такой гадский гад? Другого найдешь, хорошего какого-нибудь. Милая моя, если бы этот хороший существовал, я бы уже его давно встретила. А вообще, я думаю, что это судьба, конечно. О! Судьба. Судьба? Это когда у тебя куча знакомых в больнице, и они тебе вот колбасу с сыром приносят. Нет, я про аварию. Про то, что мы в ней выжили. Это судьба. То есть, получается, она сохранила нам жизни для того, чтобы мы с вами совершили что-то удивительное и невероятное. Как вы думаете, девочки? Что?
Сегодня возле банка ФДСА был взорван начальник безопасности банка Вадим Кузнецов. Ведется следствие. Это мой... Мы жили вместе 2 года. Сегодня утром он улетел в Москву. А это правда не больно? Ну, не больнее, чем падать с мотоцикла. Извините, пожалуйста. У вас нет компьютера или хотя бы ноутбука? У меня нет. А у главврача? У главврача есть, но нет главврача. Он дома, придет завтра утром. А вам лучше спать, а не за компьютером сидеть. Извините. Сидор Петрович, это Саша. Пожалуйста, перезвоните мне, я вообще не понимаю, что происходит. Спасибо. В общем, поеду я сейчас в общагу. Залягу и пролежу так весь отпуск. Аня, это ужасно. Да. Давай лучше ко мне в гости поедем. У меня огромный дом, мне его тетушка завещала. Тебе там будет хорошо, правда? Девушка, мне нужно такси. Я нахожусь у больницы. Городская больница номер 2. Сейчас. Где мы вообще находимся? Адрес какой? Саша, тебе сейчас нельзя лететь в Москву. Саша. У тебя сотрясение мозга. Давайте лучше ко мне в гости поедем. Мне нужно в Москву. Я не могу ни до кого дозвониться. Мне нужно понять, что там происходит. Послушай, ты сейчас с трапа самолета поедешь сразу в больницу. И ты все равно ничего не сможешь сделать. Саша, я абсолютно согласна с Аней. Девчонки, надо ехать ко мне. Я вас со своим женихом познакомлю. Он у меня замечательный. Его и Полит зовут. Он очень любит гостей. Полит? Ну, такой человек с таким именем обязательно должен быть хорошим. В принципе, я могу задержаться до завтра, но мне нужно купить ноутбук. Купим. И вообще, все остальное тоже нужно купить. Слушай, здесь недалеко торговый центр. Я сейчас покажу. Пойдем, прям пешочком. Пойдем. Смотри, мы сейчас идем прямо. Ну, видишь, выходит вот девушка синенькая. Мы сейчас туда налево. Девчонки, вы только чуть-чуть подождите, я Ипочку предупрежу. Вы пока здесь располагайтесь. Ай. Ипочка! Ипочка, а ты что, уже вернулась? А я тут, понимаешь, писал новую работу, и потом пришла Марина. Марина, да, и ей вдруг стало плохо. Добрый день. Здрасте, Ивочка. Ну, ты же сама творческий человек. Ты прекрасно знаешь, что такое вдохновение. Ну уж вдохнул так вдохнул. Я смотрю, прям от души. Пойдем, неудобно. Кажется, я не настолько творческий человек, как ты думала. Ивочка. Не нужно все усложнять. Я тебе сейчас все объясню. Знаешь, Ипочка, у меня в детстве был щенок, и он очень не любил оставаться дома один. А мы все равно уходили на работу, в школу, и он в отместку каждый день писал на тетин вязаный коврик. Ты это к чему? А к тому, что когда я возвращалась из школы, у него было точно такое выражение лица, как у тебя сейчас.
Знаешь, Ипочка, я не могу выйти замуж за человека, который в трудной жизненной ситуации выглядит как отписавшийся щенок. 5 минут на сборы, 2 уже прошли. Девушка, ради бога, извините, но вам тоже пора. Неловко получилось. Лучше нам уехать. И оставить эту малахольную одну, ты с ума сошла? Вообще, такие вопросы лучше решать без посторонних. Девочки, пожалуйста, не называйте себя посторонними. Самое лучшее, что я делала в своей жизни, это привезла вас сюда. Вот от него я вообще не знаю, как бы я это пережила. Может быть, даже кого-то убила. Словом. Ивочка, ты была великолепна. Я все оценил. Благодарю. Теперь, когда неловкая ситуация уже в прошлом, может быть, представишь меня своим подругам? Ты и так собирался дольше отпущенного. Уходи, пожалуйста. Понятно. Тебе наскучили стихи, и ты решила перейти на пьесы. Что ж, почему бы и нет? Давай сделаем так. Я сейчас уйду, а ты успокаивайся. У нас же ведь ничего не изменилось. Девочки, вы это слышали? Я вообще не знаю, на это как надо реагировать. Да уж, жених так жених, прям ничего не скажешь. Ипполит. Я бы предпочла застать Вадима с какой-то барышней тому, что произошло. Вы уж меня простите. Я тебя понимаю. Девочки, вам не кажется, что наша новая жизнь после аварии начинается как-то слишком экстремально, нет? Ты тоже заметил? Ну, я не знаю, это интересно, что же будет дальше? Ну, вот прям дальше-дальше. Я не знаю, что будет, а в ближайшее время будет уборка. Ивочка, ты меня, конечно, извини, но так жить нельзя. Ну, как? Пойдем. Пойдем, пойдем. Сами разбираются со своими гостями. Я на свадьбу вообще никого не приглашала. С мамой я в ссоре, а подруг у меня никогда не было. Я вообще здесь жить останусь. Мне тетя Бася завещала свои авторские отчисления. Вот, вполне на жизнь хватит. Я что-то не поняла. У вас что, ночной дожор, что ли, был? О, Ива, неожиданно. Как в тебя столько влезло? А я не ела. Мыши? Коши. Пришли, аккуратно полотенчика открыли, сожрали и потом так же аккуратно закрыли, да? Ну, может, в гости кто-то заходил. А что ты на меня так смотришь? Ты меня подозреваешь, что ли? Меня и без того тошнит. Ну да, у тебя же сотрясение. Слушай, ты, кстати, как себя чувствуешь? Нормально. Надо ехать в Москву. Флешку я вчера так и не открыла. Если бы я знала, что на ней, я бы поняла, кому перешел дорогу Вадим. Девочки, в чем проблема? Я не понимаю. Нужно просто скачать определенную программу, которая подберет нужный пароль. Все. Я не знаю, где ее взять. Так, подожди. Если Вадим передал тебе эту флешку, значит, он знал, что ты сможешь подобрать пароль. Да. Варианты? Твой день рождения. Да. Его день рождения. Да. Я перепробовала всевозможные пароли от названия банка. Мой родной Иркутск, его Владивосток. Владивосток. Подожди, когда вы познакомились? Дата? Не помню. Как? Вы что, не отмечали ваши даты? Месяцы, дня знакомства, 2 месяца. Нет. Мы вместе год работали, потом начали встречаться. Извини, пожалуйста, а когда у вас первый раз это... Ты помнишь?
Да не помню я. Зачем вообще все это помню? Ну как зачем? Ну это же ваши даты. Конечно. Это ваши праздники. Конечно. А праздники — это подарки. Мне мой бывший, например, всегда на годовщину дарил колготки от мадам Алисы. Такие, знаете, с этими с полосочками на попе. Ну как детские. Колготки. Так, мы заключили договор с инвестором на... Неважно, на большую сумму. Потом мы поехали отмечать в ресторан и проснулись в гостинице. Точно, это был март позапрошлого года. Договор, я напомню. Ну-ка, давай введем. С ума сойти, подошел. И что это? Не знаю. Здесь всего один файл. Была она почти раздета, и за окном нахальный вяз. Стекло стучало и ждало ответа. Влюбленных нас, влюбленных нас. Ничего не понимаю. А это точно твоя флешка? Просто на Ивкину похоже. Ты точно пороже подошел? На стул скрипучий, сев устала. Сплела небрежно пальцы рук, изгиб капризной губки алой увидел вдруг. Но это прелесть девочки. Да? Это прелесть, да. Так романтично. То есть ты представляешь, он все-таки помнил дату вашей первой ночи любви, а не какой-то там контракт. Теперь мне придется ехать в Москву вообще без какой-либо информации. Я не понимаю, почему он сказал, что от этой флешки зависит наша жизнь. Ну как почему? Потому что любовь – это самое главное в жизни, все. Теперь понимаю еще меньше, чем до того, как ее открыла. Ну, может, он там намекал на что-то? Может быть, но в таком случае он явно переоценил мои способности. И главное, что Сидор не отвечает. У него все время выключен телефон. А кто у нас Сидор? Управляющий банком. Доброе утро, хозяйка. Василий Степанович, здравствуйте. Что случилось? Ничего не случилось. Просто зашел узнать, какие у нас новые люди появились. Везде порядок нужен, сами знаете. Это да. Вам, наверное, мои документы нужны. Но у меня паспорта нет. Я заявление в полицию написала, а справку об утере мне только завтра выдадут. Да не нужен мне ваш паспорт, Анна Ивановна. Я и так знаю, кто вы. А вот вы, похоже, меня совсем забыли. А мы были знакомы? Ну, знакомы, не знакомы, но 2 года назад вы меня спасли, когда меня на задержание ранили. Анечка. Ну да, что такое, припоминаю, стрельба, погоня, как в кино. Вот-вот, вы меня и в больницу отвезли, и сознание не давали потерять. Васильком называли, неужели не помните? Ну, разве ж всех упомнишь, Василек? Здравствуйте. Вы, наверное, пришли со мной? Побеседовать. Очень приятно познакомиться. Скворцова Александра Михайловна. Только беседовать нам вроде не о чем, если вы не замешаны в чем-то противозаконном. Я? Нет, я не замешана. Просто я подумала, что... Ты ее не слушай, Василек. У нее сотрясение мозга. Мы ее сюда привезли, чтобы здоровье поправить. Это правильно. Воздух у нас целебный. Морской. Мусор упал. Я знаю. А поднять не хотите? Нет, не хочу. А что, не царское это дело? Могли бы и не мусорить в общественном месте. Это не ко мне. Гоша!
Ну вот, сегодня уже неплохо. Давай, собираюсь, поехали, а то сегодня здесь стало слишком людно. Извините, пожалуйста. Привет, соседка. Уже вернулась? Уже вернулась, привет. Вот хорошо. Здрасте. Здрасте. Я Костя, сосед. Вижу, что сосед. И что, Костя? Я вот вам рыбки принес, свежачок. А вот за это большое вам человеческое спасибо, сосед Костя. Вы, я прошу прощения, в какой валюте благодарность принимаете? Могу предложить жаркое рукопожатие. Это так, на всякий случай, если вдруг в следующий раз вы захотите нам еще рыбки принести. Так я что, я всегда готов. У меня же тут артель. Мы, греки, тут всю жизнь рыбу ловим. Ага. Я вам завтра еще принесу. Кто бы сомневался. Ты, братец, примитивен, как медуза, ей-богу. Даже к девушкам умудрился с рыбой прийти. Потом удивляешься, что каждая барышня в округе обходит тебя за версту. Что ты опять начинаешь? Да я не начинаю, я заканчиваю. Мадемуазель Ветта, а вы простите? Аня? Мадемуазель Ветта, Донна, прошу. С ума сойти. Какие красивые ставры, спасибо большое. Это подснежники, да? Нет, это первоцветы, и они удивительно подходят к вашим глазам. А еще они занесены в Красную книгу. Ведь только такой болван, как ты, мог нарвать их, чтобы выпендриться. Это правда, они сразу же на первой странице. А на второй, кстати, ты. Я бы тебе сейчас сказал. Ты что застыла? Давай, поставь их в водичку, все равно их уже сорвали. Уважаемые соседи, вы не могли бы вести военные действия на своей территории? Абсолютно с вами согласен, Донна Анна. Не стоит осквернять своими речами ваше прекрасное жилище. Идем, рыболов. Всего доброго. До встречи. До свидания. Ты что так переживала из-за своего этого замполита? У тебя же за забором такие чудесные греческие парни, просто умереть не встать. Анечка, я их совершенно не понимаю, они какие-то инопланетяне. Дурочка, это ты инопланетянка, а они очень, очень земные. В воскресенье к нам на обед Феномен приедет с дочкой. Да? Да. Ну, тогда меня на этот обед не ждите. Кость! Мама, не начинай, ладно? Я твой план просек давно. Тетка Филомена, конечно, прикольная тетка, но ее дочка мне вообще никак. Давай я сам решу, на ком я буду жениться. Да знаю я, на кого ты намекаешь-то. Бегаешь с рыбой каждый день к этой чокнутой. Не, никогда не допущу, чтобы мой сын совершил роковую ошибку. Ой, Кость, ты совсем дурачок. Да из нее такая жена рыбака, как из меня, эти вот. Борец Сумо. Мама... Да мне по барабану, какая она будет жена. Да ты что, сынок, опомнись. Что она может-то, кроме как в бумажках копаться? Она приготовит тебе соты. Не смеши. Да что о ней можно сказать хорошего? Она замуж по-человечески выйти не могла. Ну куда годится? Ты что, за неделю до свадьбы жениха выгнала? Нет, что это, ужас какой. Мама, ну ты же сама видела, как этот урод женщин к ней в дом водил. От хороших невест мужики налево не ходят. А рейс пошел, все, не надо, сама виновата. Ой, Кость, да всех бабская семейка сумасшедшая. Что тетка была с придурью, что мамаша. А эта-то, она ведь совсем всех переплюнула. Хватит! Ты ее совсем не знаешь. Ой. Весь в отца. Thank you.
Ну вот, скоро тебе снимут швы, и будешь как новенькая. Спасибо. Вы не представляете, как я сегодня опозорилась. Ты? Трудно поверить. Придется. Оказывается, здесь живет инвалид. А, Черчилль, что ли? Так это мой сосед, вон там его дом. Почему Черчилль-то? А я не знаю, все его так зовут. Ой. Я его часто вижу на пирсе, он сигары курит все время. А по ночам на рояле играет Шопен, вот такой романтичный. Только у него ноги, к сожалению, не ходят, поэтому он ездит на коляске. Я ж не знала, что он не ходит. Теперь придется извиняться. Да что ты, он такой добрый, он тебе сразу все простит. Правда, я с ним не знакома. Зато я теперь с ним знакома. Начальник звонит. Да? Да. Почему? А вы уверены? Как долго? Да, понятно. Странно. Ну что там уже, говори. Похоже, что завтра я никуда не лечу. Это хорошо. А что он еще сказал, если не секрет? Просил не появляться в Москве несколько дней. Сказал, что в банке какие-то проблемы. Причем все так плохо, что он даже уволил меня задним числом, чтобы не впутывать в какие-то неприятности. Господи. Ну, и что, ты полетишь или послушаешь его? Не знаю. Он умный мужик, хороший босс. Надо подумать. В любом случае, похороны Вадима еще не назначены. Будет какая-то сложная экспертиза. Знаете что? Вот моя тетя Бася, например, она всегда говорила, самое важное решение лучше принимать с утра. И под валерьянку. Ив, можно я у тебя останусь? В этом поселке меня точно никто не найдет. Но если тебе неудобно, ты скажи, я могу снять жилье. Прекрати, живи сколько хочешь. Нам так хорошо вместе, девочки, правда? Да. В этом местечке как будто совсем другой мир. Правда, конечно, не без странностей. То пироги кто схомячил, то он белье украли. Угу. Что за белье? Еще мимо шла, не заметила? Ивкина майка висела, сейчас ее нет. Но если не ты, конечно, ее сняла. Почему именно я? Ну, потому что Ивка бы не сняла. Я бы не сняла. Если бы снимала я бы сняла все. Ну, значит, здесь кто-то регулярно хозяйничает, осталось выяснить, кто. Девчонки, я придумала. Давайте устроим засаду. И узнаем, кто это ходит. Давайте? Да. Это не конструктивное предложение. Гораздо проще поставить камеру. Ой, ну камера, это так скучно. А засада, это так романтично. Давайте. На чего спорить-то? Камеры все равно нет. Давайте так. Мы устроим засаду, поймаем мерзавца, я лично оторву ему руки за пироги. Давайте. Решайте, как хотите. Я в деле. Вам гостья. Это наша соседка. Меня зовут Саша. Спасибо. Я что, опять намусорил? Я пришла извиниться. Вчера я была непозволительно груба. Мне очень стыдно. Я очень рад за вас. Извинились? Всего доброго. Дверь захлопните. Знаете, вчера я решила, что вы хам, и сегодня пришла извиниться за то, что так подумала. А теперь я понимаю, вы действительно хам. А вот все, кто не рассыпается в любезности, сразу попадают в хамы. Вы могли бы быть повежливой женщиной. Дорогая, для меня женщина всего лишь картина на стене. И я не очень люблю живопись в стиле соцреализма. Ваше инвалидное кресло – это еще не конец жизни. И уж тем более не повод так себя вести. Зачем вы так с ней, Сергей Аркадьевич? Она же вроде ничего такая хорошенькая. Хорошенькая? Знаю таких хорошеньких. Обедать давай.
что, издеваешься, что ли? Оставил брата одного надрываться с рыбой. Он же обожает это божественное занятие, этот божественный запах. Да он-то работает. Работает, как проклятый. А ты вместо того, чтобы ему помочь, сидишь тут и бренчишь всякую ерунду. Мам, это не ерунда, это босанова. Вот с этой босановой ты и будешь всю жизнь ходить в босы. Тебе было бы легче, если бы я играл в кедах? Мне было бы легче, если бы ты делом занимался. Да я вроде делом занимаюсь. Каким ты делом занимаешься? Это вот по-твоему дело? Позор это, а не дело. Господи, Господи, где тебя только не носило, а? И все бестолку, ну все. Я хотел увидеть мир. Представляешь, он гораздо больше нашей деревни. Ты это увидел, конечно. А мир-то увидел тебя. Кому ты нужен, кроме нас? Не вышло из тебя музыканта? И нечего с этой балалайкой, сволочь такая, обниматься. Больше не буду обнимать. Довольно? Понаехали тут разные, а потом одни неприятности из-за вас. Слушайте, ну и соседи здесь. Сплошные бразильские страсти. Ты про греческих парней? Да, где мои 17 лет? Знаете, девочки, а мне вот совершенно не до соседских страстей. Я, наверное, уже никому никогда не смогу поверить после того, что сделала Полит. Господи, нашла кого вспомнить. Знаете, я вообще решила, мне, наверное, лучше всю свою жизнь прожить в одиночестве. Да? Да. А что, вот моя тетя Бася, она решила всю свою жизнь посвятить творчеству. И что? Была счастлива, девочки. Человек был счастлив. Все. Знаешь, Ифа, я согласна с тобой. Семья и дети — это не для всех. Да? Многие женщины вообще для этого не приспособлены. Я, например, знаю только одного мужчину, которого стоило любить. Кого? Мой отец. Mm-hmm. А Вадим? Не знаю. Пока мы были вместе, мне казалось, что это, конечно, не любовь, что нам просто удобно. Теперь он погиб, и мне больно. Ну, конечно, больно. 2 года, бок о бок. Ой, девочки, не знаю, это, конечно, хорошо рассуждать о мужчинах, философии, поэзии, когда тебе 20, ну, может, 30. Но когда тебе, то надо успеть скачать на подножку последнего уходящего поезда и желательно не стукнуться головой. Вот моя мама точно так и думала. Да? Да. Чего? Показалось? Да. Девочки, ну, вот моя мама. Да. Красивая, умная, нежная женщина, в таких кругах вращалась, с такими интереснейшими людьми дружила. И что? Вот она вскочила на эту последнюю подножку. Вышла замуж за дальнобойщика из Челябинска. Потому что она его любила. Любила? Аня, он ходил по квартире в семейных, извините, трусах и пел в душе революционные песни. Я так скакивать не хочу, я лучше всю жизнь одна буду. Да? Да. Ты проживи сначала, потом поговорим. Так, чего мы встали здесь? Так нам никто не придет. Давайте по позициям, по каждому, по своей. Давайте. Вот так воры! Откуда тут взялись? Мы сами пришли по делу. По делу? Вы кто такие? Он Левка. А она Люська. А по какому делу Левка и Люська? Мы пришли майку вернуть, которую одолжили. Одолжили? Ну да. Для Люськи. Она просто в лужу шлепнулась и промокла. Нельзя же было в мокром детский дом идти, простудиться же. Как будто вы не понимаете. Нет, мы очень хорошо понимаем. Правильно сделали, что одолжили. Очень правильно. А пирожки позавчерашние тоже вы одолжили? А за пирожки позавчерашние я вообще-то мусор на помойку отнес, который вы у лестницы забыли. Это совсем другое дело. Все по-честному, заработал, да? Ну да. Только пакет был большой, а пирожков мало. Да, у нас этот, безусловный рефлекс. Мы когда раньше к тете Басе ходили, она с пирожками угощала. Вот и не удержались. Ну, безусловно, рефлекс — это, конечно, очень серьезно.
Слушайте, ну, пойдемте, давайте мы вас яичницей с колбасой угостим. Хотите? Очень хочу. Подождите, вас ругать не будут? В детском доме уже должен был быть отбой. Никто и не узнает. Мы после отбоя в окно вылезли. А, ну и пойдемте. Ой, хулиганы. Давайте, вперед. Я же говорила, что нехороший. Это вовсе не то, вовсе я говорила. Ешьте, ешьте, не стесняйтесь. Молока налить? Угу. И Люська тоже. Угу. Хорошо, сейчас. Так. Держи. И ты. Люсенька, а встань минутку, пожалуйста. Иди ко мне. Дай ребенку поесть спокойно. Да мы быстренько. Мы сошьем для Люськи настоящее платье принцессы. Хочешь такое платье? Очень хочу. Вот, слышали? А в шкафу тети Бати есть такой волшебный шкаф. Столько удивительных тканей, что можно шить вообще все, что угодно. Приятного аппетита. Вам надо поторапливаться, а то правда искать будут. Да, мы вас проводим. А может, не надо? Пусть у нас переночуют. Нет. Вот у нас точно хватится. Попадет еще. А ты на Стеллу похожа. Помнишь, была такая волшебница? Ну, розовой страны. Помню. Мы, похоже, с тобой одни и те же книжки читали. Вы извините, я увидел свет в окне и решил зайти. Вы тут маленьких ребятишек не видели? Понятно. Место встречи изменить нельзя. Андрей Владимирович, ну мы только на минутку пришли. Ну ладно, эти двое. Но вы-то взрослые люди. Почему никуда не сообщили? Я уже 2 часа по окрестностям мотаюсь в поисках. А вы тут столовую устроили. Ну как вам не стыдно только? Слушайте, не надо нас отчитывать. За детьми надо лучше смотреть. Тогда они избегать не будут. Мы бы обязательно привели их обратно. Не отпускать же детей голодных. Андрей. Это ты? Андрюш, я правда, я не понимаю, как так получилось? Ты же в Москве учился, всего добился. Я помню, 5 лет назад мы с одноклассниками на встрече выпускников только о тебе разговаривали. Какой ты талантливый, успешный. И как же так? Завхоз, интернат? Ну, можешь радоваться. Ты дурак, что ли? Чему радоваться-то? Я же обидел тебя тогда. Помню, как ты плакала. Знаешь что? Я думала, что ты умней. Многие так думали. Ладно, поехали мы. До свидания. Доброй ночи. До свидания. Феноменальный человек, конечно. Кто? Кто? Черч. Как он одновременно может играть на фортепиано и курить сигару, я не понимаю. Даже здесь дымом пахнет. Так это же не сигарным дымом пахнет. Кажется, горит что-то. Девочки! Ива, пожарных вызывай! Thank you.
Мама, зачем? Уйди с глаз своих долой, уйди! Ой! Ой, ой! Травку бы одну поискать. Моя бабушка из нее такую замечательную мазь делала от ожогов, как на собаке все заживало. Само заживет. Ой, за Ставрос волнуюсь, куда вот он убежал, а? Вроде не случилось бы чего. Да что с ним случится-то? Обижен он. Никак не может отцу простить. Что-то он все свое дело кости оставил. Ставрос же старше-то. Господи, да ему эта рыба-то никогда не была нужна. Ну, что тогда обижаться, раз не нужна? Кто работает, тому и дело в руки. Не понимаешь. По нашим традициям-то никак нельзя старшего брата обойти. Говорила мужу, не надо так. Пусть бы Ставр сам кость артели оставил. Да разве он меня послушает? Ой, надо же, несчастный какой, лодку у него отобрали. Вы на руки на свои посмотрите. Что, сын, что ли, хороший называется? У тебя дети есть? Вот когда будут, тогда ты меня вспомнишь. Костик. Ну ты не расстраивайся, лодку же можно купить. Да плевать мне на эту лодку. Зачем он так? Будто я ему враг. 100 раз ему говорил, забери эту чертову артель. Мало ли, что там решил отец. Нет же. Не нужны мне твои подачки. А я вот своего брата вообще ни разу в жизни не видела. Почему? Ну, мама, когда второй раз замуж вышла, забеременела, мы с ней так страшно поссорились, прям ужасно. Я тогда ушла из дома, потом вообще из Питера уехала. Мы с тех пор с ней больше не виделись, представляешь? Моему брату сейчас 3 года, а я даже не знаю, как его зовут. Спросите меня, пожалуйста, за каким лешим я встала, а? Вот я этого отпуска год ждала. Все, я сейчас пойду, залягу на сутки просто. Я с Аней абсолютно согласна. У меня, конечно, не отпуск, но тоже вообще ничего не могу. Есть страшно хочется. Вы как хотите, я намерена взбодриться. Поступайте, как знаете, меня здесь нет. Аня, посмотри, пожалуйста, маме на руки. Что-то ей совсем плохо и температура высокая. Температура какая? Под утро, 38,5. Знаете что, нам надо ехать в больницу, потому что своими силами мы не справимся. Нет, я в больницу я не поеду, как я их одних оставлю? Ну они что, маленькие у вас, что ли? Ну вот именно, что они маленькие. Как сцепь сосновую, кто знает, чем дело кончится. Мам, все будет хорошо, ничего. Слушайте, Мария Христофоровна, все, не надо со мной спорить, мы поедем в больницу, я поеду с вами. Зачем? За тем, что я всех врачей там знаю. Возьми на всякий случай, вдруг в больнице понадобится. О, хорошо, спасибо. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте. Мне Гоша рассказал, как вы вчера лихо тушили пожар. Управлять толпой сложно, но вы просто мастер. Жаль, на мне нет шляпы. Снял бы ее перед вами. Благодарю. Не ожидала. Знаете что, давайте начнем
наше с вами знакомство с нуля. Давайте попробуем, только собеседник из меня сейчас не очень. Да? Понятно. Я могу чем-то помочь? Нет, тут уже ничем не поможешь. И все-таки. Недавно погиб мой близкий человек, я пока не могу с этим смириться. Да, для этого нужно время. Наверное. Я ждала, что меня позовут на похороны. Сейчас мне позвонили, сообщили, что его уже похоронили. Без меня. Извините, я пойду домой. Где ты, мой алый, мой нежно-белый, мой ледяной мотив? Почему ледяной? А где мама? Пока оставили в больнице. Ах, с руками мне очень плохо. Казалось, что у нее аллергия даже на обычные противоожоговые препараты. Но там врач хороший, я думаю, все обойдется. А я чем-то могу помочь? Да сиди, сама справлюсь. У меня свои методы. Так, надо сделать мазь по бабушкиному рецепту. Она всем помогает, даже аллергикам. Я в лес. Я же прекрасно понимаю, почему вы меня приглашаете. Я очень благодарю вас за поддержку. Знаете, Саш, я, наверное, как никто другой вас понимаю. Время, конечно, не лечит это все вранье, оно только притупляет. Но есть то, что помогает нам держаться в этих обстоятельствах. Это живопись, литература, музыка. Вы любите музыку? Люблю. Вот недавно вы играли ноктюрн Шопена, си бемоль минор. Хотя мне больше нравится до диез мажор. Приятно разговаривать со знатоком. Тогда я вас приглашаю на ноктюрн. Совместим с кофепитием? Конечно. Если б я пела... Или не пела... В небо летела... Я бы... Я первый раз вижу, как поэты пишут свои стихи. Ну... Я тоже ни разу не видела, например, как рыба ловит. Так чего проще? Я ее ловлю каждый день. Хочешь, я тебя возьму с собой в море, и ты сама все увидишь. Можно? Ты еще спрашиваешь? Да, хоть сейчас. Какая красотища, Костик. Ты это каждый день видишь, как я тебе завидую. А вы со Ставросом помирились? Нет. Я пытался, но он весь как на замок закрылся и вообще не хочет разговаривать. Надо еще попробовать. Нет. Вот пусть он сам пытается. В конце концов, это не я лодку сжег, а он. Вот пусть он сам со мной и мирится. Костик, ты не прав. Мне кажется, Ставроса нужно не судить. Его нужно понять. Он просто по-другому видит этот мир. Я вообще не понимаю, почему он до сих пор живет здесь и не колесит по миру со своей гитарой, не играет на берегу Бискайского залива. Он же классический созерцатель.
Я вот не смогла бы заниматься рыбой. Я даже чистить ее никогда не буду. Мне кажется. Ну, наверное. Нежития мне здесь без милой. С кем пойду теперь к венцу? Знать сулил мне рог с могилы. Обвенчаться молодцу. Напугал. Ну а что ты тут делаешь? Лучший представитель власти. Как что? Охраняю лучшего представителя здравоохранения. Вдруг обидит кто? Ну да. Может, ты глаз на меня положил, Василек, а? А чем мой глаз плох? Да нет, хороший у тебя глаз, отличный. Только смотреть тебе надо на девчонок молоденьких, а не на меня, женщину с трудной судьбой. Понял? Ну, знаете, мои глаза, на кого хочу, их того и смотрю. Потом не такой уж я и молоденький, всего на год младше. Ты проживи этот год, Василек. Тогда и поговорим. Красивые руки. Вы не играете на рояле? Я выросла с папой и бабушкой, которая всю жизнь работала смотрительницей дома-музея декабристов. Поэтому, как вы понимаете, избежать музыкальной школы у меня не было ни одного шанса. Но я уже 7 лет не садилась за инструмент. Тогда прошу. Опозоришь же? Простите меня. Я не хотела это сваливать на вас. Ничего страшного. Иногда можно поплакать, главное, чтобы стало легче. Просто я привыкла обо всем говорить откровенно. Только с папой. В прошлом году он умер. И мне больше не с кем поговорить. Конечно, не смогу заменить вам отца, но если вдруг когда-нибудь вам захочется поговорить, я всегда буду готов вас выслушать. Анечка! А! Ань! Смотри, какую я рыбу поймала! Что, сама? А то! Конечно, сама. Я помогала сети тянуть. Угу. Правда, недолго, но все равно это мой улов, представляешь? Ну, поздравляю, лиха беда начала. Надо же с ней что-то сделать. Может, засолим? Правда, я не знаю, как это делается. Мы ее зажарим
и съедим на перегонки. Круто. Но сейчас мне катастрофически некогда. Я готовлю мазь для твоей свекрови. Для твоей соседки. А ты знаешь что? Ты там за домом возьми таз, налей водички и пусти рыбку поплавать. Слушай, Ань, мне кажется, она уже не поплавает. Ну, все равно в таз ее... Давай в таз, а завтра я ее почищу и приготовлю. Угу. О, Санечка пришла. Сейчас рыбку почистит. И до завтра не надо будет ждать. Да, Сань? Я не могу. Что опять случилось? Сидор звонил. Вадима сегодня похоронили. Ну как же? Прости, я не знала. Я спать пойду. А почему Сидор не позвал ее на похороны? Пожалел, наверное. Лишний раз на такое смотреть. Пойду рыбу уберу. Здравствуйте, Мария Христофоровна. Как вы себя чувствуете? Да ничего, Вась. Вот лежу здесь весь день, как на курорте. А ты-то по делу, по любви? Я поговорить. Вы заявление писать будете? Какое заявление? По поводу пожара. Лодка сгорела, и вы вам пострадали как? Ну, ты же знаешь, кто поджег-то. Ну, вот и я знаю. А на кого писать? На него и писать. Пойдем на улицу поговорим. Что-то душно здесь. До свидания. До свидания. Пролейтесь. Спасибо. Я вас, конечно, очень уважаю, Мария Христофоровна. Только вы сейчас не правы. Вашему Ставросу давно нужно по башке надавать, пока он серьезной беды не натворил. Ты привык понимать, что все ему с рук сходит. Вась, спасибо тебе за заботу. Но ты уж это дело с пожаром, да? Оставь. Мы как-нибудь сами, по-семейному, разберемся. Да я-то что, мне за вас обидно. Он как вернулся, а вам покоя нет. Вы как хотите, Мария Христофоровна, но это я вам последний раз уступаю. Если он еще что-нибудь похожее выкинет, всю власть применю. Даже не обижайтесь. Вась, ну я поговорю с ним. Обязательно поговорю. Спасибо тебе. Ты уж меня прости, а? Ладно, чего уж. Что здесь делаешь? К тебе пришел. Правда, без рыбы, но с цветами. Спасибо. А ты дома был, Костя? Знаешь, что ты вернулся? Да какая ему разница, был я дома или нет. Я там никому не нужен. Зачем ты так говоришь? Потому что врать не умею. Да правда, я в своей семье как подкидыш. Кукушкино яйцо. В детстве даже думал, что меня в роддоме подменили. Смешно, правда? Нет, не смешно, грустно. Они тебя правда не понимают. Но ведь ты их тоже не понимаешь, верно? Понимание — странная штука. Не всем дано. Знаешь, мне кажется, это так просто понять другого человека.
Нужно только очень сильно захотеть и посмотреть на мир его глазами. Ну и как? Что ты видишь моими глазами? Что ты очень хороший человек. Ты добрый, сильный, смелый. Только тебе очень одиноко. Мне правда очень одиноко. Настолько одиноко, что иногда это просто невыносимо. Ставрос, что ты делаешь? Борюсь с одиночеством. Извини, пожалуйста, я, конечно, тебя сочувствую, но не до такой степени. Ну, почему? Ну, я же тебе нравлюсь. Ставрос, нет, не так, не то. А что происходит? Финит или комедия, мадемуазель? Ань, Ставрос мне цветы принес. А, я так подумала. И пока Ставрос не отведал моей страстной оплеухи, дверь на выход он найдет сам. Страстная оплеуха вашей ручкой. Это даже лестно. Такая ты счастливая, Ивка. Такая молодая, красивая, талантливая. Такие парни с тобой бегают. Ой, пришел бы ко мне этот Ставрос лет 10 назад, живым бы не ушел. А мне... Мне вот Костя больше нравится. Нет, ты не думай. Я вообще решила, мне все это не нужно. Я буду только творить. Только творить, все. Что, дурочка, что ли? Вот потом поезд уйдет, и уже и все. Понимаешь? И жалеть будешь. Вот этот Андрей, помнишь, приходил? Ну, который за Левкой с Люсикой. Твой одноклассник, да? Не просто одноклассник. Он моя первая любовь. Если бы ты знала, какой он был красивый, Ивка, просто... Но еще не все потеряно. Он еще может стать красивым. Кто? Одноклассник. Да нет, ты че? Он уже не тот. Я уже не та. Полная ерунда. Вот моя тетя Бася, да? Ну. Вот, допустим. Она всегда говорила, женщина молода, пока у нее горят глаза, поет душа и есть красивая одежда. Все. О, вот. Я не знаю, что там у меня с душой, с глазами. Да все, у тебя прекрасные глаза, у тебя горят, и душа поёт. Ну, да подожди, ну у меня же совершенный крах с одеждой. У меня даже в общагу нет смысла мотаться, потому что там просто еще нет. Зато ты попала именно в тот дом, который должна была попасть, Петя. Куда? Ты куда? Здесь же есть волшебный сундук тети Баси. Ну-ка, помоги мне. В нем столько прекрасных вещей! Ой! Если ты его не дали, станешь настоящей принцессой. Понимание. Вы не хотите лечь спать, а? Саша. Вторая бессонная ночь подряд – это перебор. Саш, какое спать? Смотри, что мы для тебя нашли. Вполне в твоем стиле. Тебе очень пойдет. Спасибо. Обожаю такие штучки. Ну, что вы застыли? Показывайте, что еще у вас там смотрите.
Привет. Уже вернулся. Как видишь. Ну и хорошо. У тебя все в порядке? Более чем. Когда в поселке появляются заезжие поэтессы, жизнь становится гораздо интереснее. Знаешь, вот вместо того, чтобы шляться где попало, лучше бы к матери в больницу съездил. Знаешь, вместо того, чтобы меня уму-разуму учить до сети без конца плести, лучше бы книжку какую-нибудь умную прочел. Иначе тебя с радостью будет ждать только рыбачка Соня из соседнего поселка. А поэтессам посложнее подавай. Поинтеллектуальней. Понял? Знаете, я подумала, что пора начинать новую жизнь. С моими проблемами, с этим пожаром мы совершенно забыли про Леву и Люсю. А мы не забыли, нет. Мы только вчера о них говорили. Какой смысл разговаривать? Нужно поехать в детский дом и навестить их. И вообще надо понять, может быть, мы можем чем-то помочь? Я с вами поеду. Ну, тем более, у меня там личный интерес. Но мне после завтрака нужно минут 20 на сборы. Что за интерес? Знаете, потом по дороге расскажу. Девчонки, я с вами не поеду. Передавайте привет и Левке, и Люсе, и, конечно, Аниному личному интересу обязательно. А я сажусь кроить платье принцессы. Я Люське обещала. Кстати, я вчера в шкафу тети Баси такую фантастическую ткань нашла. Просто потрясающе. Смотрите, как она блестит. Ты что, хочешь сказать, что девочка будет ходить в таком платье? А в каком платье должна ходить девочка? Ну, это же не на каждый день. Это платье принцессы, это на бал. Ты... Ань, в жизни каждой девочки хотя бы один раз должно быть такое платье. Не, ну нафига такое платье, в котором нам будет стоять и стихи читать, и все. Не побегать, не попрыгать, ничего. А что, только бегать и прыгать? Ну, и... Аня, не спорь. Нам, простым смертным, этих принцесс все равно никогда не понять. Допивай, пойдем собираться. Нет, я просто повидаться хотела. Ты чего, Люська? Знаете что, давайте я поговорю с вашим директором. Может, мы что-то можем придумать? Ладно? Хорошо. Как ее зовут? Татьяна Андреевна. Только на злючий ужас. Сама злая сила. Слушайте, а где у вас завхоз? А, Андрей Владимирович? Ага. Так вон там. Покажите-ка мне. Андрей Владимирович, к вам наша тетя Аня пришла. Да? Я не знал, что у тебя племянники завелись. Если бы. Так, ну-ка давай-ка дуй в столовую, обед накрывать. Ты же у нас вроде дежурный. Меня еще не звали. А надо, чтобы позвали. Давай, дуй. Вперед. А мы? И вы тоже идите помогать. Нечего тут болтаться. Я просто подумала, да и зайду, узнаю, как ты. Ну что как, нормально. Самое подходящее занятие для бывшего нейрохирурга. Ну зачем так, Андрюш? Я тоже не очень преуспела, ну что ж теперь, застрелиться? У тебя хотя бы сын есть, а у меня... Я бы хотела узнать, как можно устроить общение с Левой и Люсей. С Волынцевыми? Почему именно с ними? Ну, просто мы немного знакомы. Я бы хотела иногда их навещать и забирать на какие-то мероприятия, может быть, в театр или в цирк. Если вы хотите взять ответственность за этих детей, то ради бога. Есть более проторенный путь. Собирайте все необходимые справки, список есть у секретаря, и официально оформляйте либо опеку, либо усыновление. Но это уж чего вам больше хочется.
понимаю, что просто пообщаться какое-то время нельзя? Послушайте, девушка, поиграть в добрую волшебницу, пока вам это не разонравится, по-моему, слишком жестоко по отношению к этим детям. Вы просто пообщаетесь, а они к вам всерьез привяжутся. А когда вам надоест общаться, будут страдать от нового предательства. Зря вы так. Возможно. Но у меня большой опыт, и, к сожалению, я знаю, о чем я говорю. Скажите, а как можно помочь вашему детскому дому? И чем же вы хотите нам помочь? Ну, не знаю. Я, например, заметила, что крыша течет, и вообще дом давно не ремонтировался. А вы, видимо, не местная. Нет, я из Москвы, а что? Да нет, ничего. Просто местные давно привыкли к нашей разрухе, не обращают внимания. Хорошо. Давайте. Я вам все покажу. Ладно, Ань, ты извини. Ты же не виновата, что моя жизнь под откос полетела. Ну, может, расскажешь, что случилось? Ну, что рассказывать? Все, что со мной раньше было, ты и так знаешь. Любимая работа в дорогой клинике, семья. Потом жена нас с Никитой бросила, в Австралию катила с любовником. Ну, я как-то надломился. Понимаю. Запил по-черному. Оперировать больше не смог. Ну, а потом, когда опомнился, пришлось продать все, что осталось, и валить обратно на родину. Кое-какие деньги остались, и на счет сына положил. А сам здесь устроился, с завхозом. И то спасибо, что взяли. Вам легко говорить. Это у вас в столицах. Спонсоры, благодетели, подарки, гранты. А у нас голый бюджет. Вот и попробуйте на эти деньги. И ремонт сделать или детей прокормить. Ну, так же нельзя. Дорогая вы моя, ну тогда покажите, как можно. Пожалуйста, милости просим. У меня куча открытых вакансий. И педагоги, и мусоработник, и медсестра. Хотите, могу вам свое кресло уступить. Давно хочу уехать отсюда, хоть куда-нибудь. Только детей оставить не на кого. Никто ж не берется. Может, плохо искали. Может быть, плохо. Только когда ж лучше-то? Вот у нас с вами что сегодня, суббота? А я с самого утра на ногах. И завтра здесь буду, и послезавтра, и так каждый день. И, между прочим, мне за это никто не доплачивает. Так что с этой работой никаких надежд не то, что на личную жизнь, а вообще ни на какую жизнь не остается. Вот так вот. А вы говорите. Где вы живете? Вон там, во флигеле. Комнатку нам дали. Ничего, помещаемся. Ты-то как? Да тоже никак. А я не знал, что ты здесь живешь. Да я не здесь, я в Черноморской живу, а сюда в гости к подружке приехала, и отпуск у меня. Да, отпуск — это хорошо. А ты что, совсем одна? Совсем. Слушай, может, зайдешь как-нибудь ко мне? Попьем чай, поболтаем, юность вспомним. А я зайду. Ань, зайду. Только попозже. Я буду ждать. Ну что, договорились? Так. Ну-ка, идите сюда. Идите, идите. Это кто здесь о чем собрался договариваться? Ну-ка, Марс, в столовой все давным-давно обедают. Ребят, вы не расстраивайтесь, я обязательно к вам еще приеду. Хорошо? Я надеюсь, вы читали Экзюпери? Он очень хорошо сказал о том, что мы в ответе за тех, ну и так далее. Знаете, Татьяна Андреевна, уж если я что и умею, так это быть в ответе.
Привет, ты почему не в море? Привет. Я попрощаться пришел. Попрощаться? Ты уезжаешь куда? Никуда. Просто я все понял. Ты вчера на баркасе говорила, что вы со Ставросом очень похожи. А, ну я имела в виду восприятие красоты этого мира. Да ладно, я же не совсем дурак. Ну кто я рядом с ним? Все девушки между нами всегда выбирали его, поэтому... Подожди, а я здесь при чем? Его не было всю ночь. Нет, ты не думай, я не злюсь. Просто если ты будешь с ним счастлива, то пусть... Подожди, подожди, а... Про ночь это ты сам придумал? Или это тебе Ставрос рассказал? Да ничего он мне не говорил. Я по его нахальной морде и так все понял. Ты все понял? Ну, я очень рада за тебя. А теперь слушай меня внимательно. Ставрос действительно ко мне вчера приходил. Он-то называет без рыбы, но с цветами. Ну вот. Ну вот. Только он был с позором изгнан, и Аня тому свидетель. Что? То. И судя по тому, с какой довольной, как ты выражаешься, мордой он уходил, он не очень-то расстроился этим изгнанием. Братан. Но если ты действительно решил уехать, то уезжай, пожалуйста, там, с катертью дорожкой и 7 футов там под чем? Под килем. Под килем. Ивушка, прости меня, пожалуйста, я не то имел в виду. Я не умею говорить, просто ты мне... Очень нравишься. И я совсем ничего не соображаю. Но ты сама говорила, что у нас с тобой ничего общего, и ты даже рыбу чистить никогда не будешь. Костик, Костик, хочешь, я возьму нож и почищу эту рыбу? Хочешь? Хочу. Ну, пойдем. Слушай, я так не могу. Уйди, пожалуйста, ты меня смущаешь. Хорошо. Сергей Аркадьевич, добрый день. Здравствуйте, товарищ загадочный сосед. Здравствуйте, дорогие соседки, рад вас видеть. Не хочу вас, конечно, пугать, но только что возле вашего дома видел бывшего жениха Иветты. Я не очень понял, куда он делся, но мне кажется, зашел во двор. Что-то мне это не нравится. Пойдем быстрей. Я с вами. Догоню, догоню, не волнуйтесь. Ивочка, ты не устаешь меня поражать. Последнее, что я мог себе представить, это ты с рыбой в руках. Ты чего приехал? Ипполит, я тебе уже все сказала. Ну, хватит, правда. Нам нужно лететь в Москву. У нас свадьба через 6 дней. Иди собирайся. Господи! Совсем недавно ты казался мне таким умным. Какое счастье, что я не совершила эту ужасную ошибку. Я не вышла за тебя замуж. Вот тетя Бася, она правильно говорила, хоть вор, хоть разбойник, лишь бы не дурак. Ну хватит, правда. Я уже во всем раскаялся. Ты что, действительно собираешься отменить нашу свадьбу? Я уже ее отменила, осознай это наконец. Да? И ты собираешься остаться здесь? И что ты будешь делать? Чистить рыбу? Мне очень понравилось чистить рыбу, не поверишь. Инди, Ивушка, тебе помочь? Теперь все понятно. Поэтесса прельстилась греческим богом. Хотя, каким к черту богом? Это бы я понял, но рыбак? Знаешь, Ивочка, мне появилось непреодолимое желание подарить тебе корыто. Так сказать, превентивно. Костя! Остановись, ты что делаешь? Я лежачих не бью. Ну, знаете... Я этого так не оставлю. Подождите, я окажу вам медицинскую помощь. Полит Григорьевич. Я Эдуардович. Это абсолютно все равно.
Дело в том, что вы совершенно бездарно профукали свое счастье, если не сказать грубее. Угу. Лучше бы вам уехать отсюда и оставить Вету в покое. Вы же не глупый человек, должны понимать. Я понимаю, что вы против меня только потому, что боитесь жилье бесплатное потерять. Чего? Того. Если бы это ненормально не взбрыкнуло, мы бы дом уже на продажу поставили. Вы устроили тут себе личный санаторий. Нашлись тут халявщицы. Молодой человек, будьте любезны, подойдите, пожалуйста, ко мне. Нагнитесь, пожалуйста. Чего еще? Ай! Это вам для симметрии. Ай, да вы что тут озверели, что ли? Ты-то чего суешься? Думаешь, если инвалид, я тебя по морде не дам? Так, ну все, хватит! Ай! Слушай сюда, монолит. Я не таких буйных, как ты вязала, понял? Пошел вон отсюда, быстро! Пошел! Знаешь, за меня никто никогда не заступался. Как ты? Так. Любой мой другой знакомый в такой ситуации сказал бы, ты самостоятельная личность, сама решай, что делать, как поступать. В переводе на русский язык это означает, не путай меня в свои дела. Что значит решай сама? Ну, а если ты возьмешь и решишь не так, и выберешь на меня, нет. Да и вообще, зачем нужен мужчина, если как не защищать женщин? Я тебе действительно так важна? Скажи, зачем ты его ударил? Ну, а чё он? Превентивно. Гад какой. Но это же не оскорбление. А я его что, переспрашивать буду? Интересно. Не об этом ли говорила моя мама? О чем об этом? Однажды она своему новому мужу сказала, я с ним ничего не боюсь. Угу. Я вообще чертовски соскучился по нормальным человеческим отношениям. Ты даже не представляешь, как я рад, что мы снова с тобой увиделись. Мы не слишком торопимся. Нет. У нас так была прелюдия, длиной в 15 лет. Я думаю, этого достаточно. Мне хорошо с вами. Вы удивительно умеете создавать настроение. Не обольщайтесь, Саша, я просто эгоист. Согласитесь, куда приятнее, когда вокруг тебя все хорошо. Самой иронии у вас тоже предостаточно. Вы слишком добры. Нет, я объективна.
Не улыбайтесь так, это правда. Ладно, я согласен. Вы мне тоже очень нравитесь. Да? Да. Хорошо. У меня никак не хватает смелости спросить, что с вами случилось. Ох, Саша, наши прекрасные с вами отношения не претендуют на такую душевную близость. Уж простите, про это я вам рассказывать не буду. А потом, вы же должны понимать, что для вас я могу быть только другом, и все. Хорошо. Но дружба — это основа любых отношений. Я хочу спросить вас как друга. Вы любите поэзию? Поэзию? Вы будете читать стихи? Мне почему-то казалось, что в вашем замечательном женском трио это всецело отдано и войти. Вам правильно казалось. Хотя я люблю поэзию, но я не знаток. А тут нужен знаток. Заинтриговали. Помните, я говорила вам о том человеке, который... Да-да-да, помню. Так вот, в нашу последнюю встречу он оставил мне флешку. И сказал, что на ней сохранена очень важная информация. А на самом деле там оказалось стихотворение. Интересно. И что это было за стихотворение? О любви. Стихотворение Рембо. Я никак не могу понять, в чем тут дело. Совсем интересно. Знаете, давайте поступим так. Вы мне пришлете на почту это стихотворение, а я что-нибудь попробую сделать. По какому поводу у нас такой праздник? А настроение чумовое. Вот решила вас побаловать чем-нибудь вредненьким, но очень вкусненьким. Повод я понимаю. Повод очень даже симпатичный. Ань, а ты не слишком торопишься? А чего мне ждать? Чем он меня таким может удивить, чего я не видела? Обижать — обижали. Изменять — изменяли. Бить — и такое было. Да я же не об этом. Ты знаешь, единственное, чем он меня может удивить, это если будет ко мне добр. Слушай, а ты со своим Черчиллем не торопишься? Он инвалид и... Ты с ума сошла? Мы же просто подружились. Ну да. Аня, ты не можешь мне руки быстренько перевязать? Болят очень. Конечно, конечно. Я как раз мазь вам приготовила. Сейчас, секунду. А, подождите, вы же в больнице должны быть? Да где я только не была, всю ночь с Кости Ставроса искали. Вот. Как сквозь землю провалился. Я вам говорила. Может, я могу помочь? Не надо. Мы на баркасе вдоль побережья хотим пройти. Может, он заснул где на берегу. Угу. Ой, девчонки, я сегодня ночью такие стихи написала. Извините, пожалуйста, здравствуйте. Понаделают бед-то, а потом стишки пишут. Мам! Нам нужно срочно ехать в Черноморск. Живой? Да. Иду. В итоге там не драка была, а целая битва. Ставрос начал первый, и есть свидетель. Он в больнице? Мама, он в КПЗ. Нужно срочно уговорить потерпевших забрать заявление, иначе ему точно срок дадут. Там еще какой-то сынок среди избиенных мажорский оказался на нашу голову. Подождите! Меня, подождите! Ты чего? Возьмите меня с собой, пожалуйста. Может быть, я смогу вам чем-то помочь? Нам не нужна твоя помощь. Это наше семейное дело. Нечего в него вмешиваться. Да что он сделал такого? Кто вообще такая, чтобы мне указывать? Замолчи! Это моя мать. У нас так не принято разговаривать. Не волнуйтесь. Я только что позвонил своему адвокату. Он едет в отделение, где ваш сын. Спасибо вам. Сколько это будет стоить? Ну что, нисколько. Это просто мой друг. Ну, это ваш друг, а не наш. И почему он должен работать бесплатно? Кстати. Да и мы не нищие. Не говорите ерунды. Решить проблему Ставроса, а там мы разберемся. Ну, Лив, ну... И вы это не плачьте. Со Ставросом все будет в порядке, я вам обещаю. Да тут и без Ставроса, он ведро проблем. А главное, я ведь уже приняла решение, что мне все это не нужно. Вот зачем я передумала? Вот... Ива, перестань так рыдать. Ну что такого страшного произошло? Ну, действительно, где ты видела свекровок, которые любят своих невесток? Нет, я просто окончательно поняла. Я совершенно не приспособлена к жизни среди нормальных людей. Просто хватит с меня.
Вот только стихи, девочки, все. Только стихи, извините, я пойду, мне нужно побыть одной. Все. Не, ну так хорошо утро начиналось, а. Знаете, Саша, мне стыдно признаться, но я не оправдал ваших надежд. Я успел посмотреть ваше стихотворение, но у меня ничего не получилось. Жаль. Я надеялась. Единственное, что может быть важно, в стихотворении неправильно написано два слова. Но, возможно, ваш Вадим просто не знал, как правильно. Насколько хорошо он разбирался в поэзии? Совсем не разбирался. Да? Ну, тогда, возможно, таким образом он хотел объясниться вам в любви. Нет, это исключено. Это совершенно не в его характере. Я вам даже больше скажу. Он не мог написать это стихотворение по памяти. Он наверняка скопировал его из интернета. Ну, значит, ошибки не должно быть. Вероятно, эти два слова он изменил намеренно. Может быть, написать эти два слова правильно? И посмотреть, что получится. Наверняка это и есть ключ. Ты хорошо. Я скоро вернусь. Ага, уже здесь. Да, вот они приехали. Не волнуйся, все решим. Давай, пока. Здравствуйте. Добрый день. Я так понимаю, это вы с ПАИ? А вы адвокат? Именно. Пароль Кулешов от Каплевича. От кого? Это наш сосед Сергей Аркадьевич. Паспорт достань. Вот это его, Ставроса. Хорошо. Да не волнуйтесь вы так. Мы сейчас все решим. Пойдемте. А мы? А вам бы я посоветовал подождать здесь. К сыну вас все равно не пустят. А вот товарищ участковый будет как раз кстати. Мам, может, мы зря приехали, а? Пусть бы Ставрос сам выпутался. Замолчи. Каким бы он ни был, он мой сын и твой брат. Других братьев я тебе не припасла. Вот-вот, ты его всегда защищаешь. Поэтому, мама, он и творит, что захочет. Кость, у него никого нет, кроме нас. Вот учить и воспитывать, знаешь, это можно, когда все хорошо. А когда человек попал в беду, Кость, его надо просто защищать. Что вы тут делаете? Вы опять сбежали? Мы не сбежали, мы пришли рассказать. У нас такое случилось. Ночью шел дождь, а у девочек в спальне потолок рухнул. Кто-то пострадал? Никто. Просто у всех дождь шел на улице, а у Люськи прямо в кровати. Мне нужно бежать туда. Флешка подождет. Я с вами. Саш, не отказывайтесь, я буду полезен. Ну все, хорош злиться. Да, я ушел на всю ночь. Первый раз за последние два года. Но ты же парень взрослый, должен понимать. Может у меня быть личная жизнь. Вон, иди, пришла твоя личная жизнь. Привет, Никит, как дела? Прекрасно, лучше не бывает. Стой! Андрюша, а что случилось? Ты понимаешь, пока мы там с тобой, тут у нас черти что творилось. Крыша обвалилась, паника, Никита найти меня не мог. Ну и... Ну, может ему как-то все объяснить? Как ты ему объяснишь? Знаешь, сколько он всего пережил после того, как его мать бросила? Да. Директриса еще выговор приляпала за то, что меня на месте не было. Андрюш, ну прости меня, пожалуйста. Да ты-то тут при чем? Ну. Он пошла в РАНО звонить, деньги на ремонт выбивать. А мне здесь оставило разбираться. Ну как я тут разберусь? Я что, крышу с собой закрою? Ну не знаю, ну можно же что-то сделать. Ну ты нитку возьми, иголку, да заштопай. Придумать. Еще эти наши балбесы куда-то сбежали. Кто, Левка с Люськой? Ну а кто же еще? Кто у нас бегунки? Ну вот где мне теперь их искать? Так а что их искать? Вон они идут. В очень интересной компании. Не ругайтесь, пожалуйста, на детей. Они не сбежали, они просто пошли за помощью. Так, это что опять за группа поддержки? Почему посторонние на территории? Напрасно вы так нас встречаете. Я что-то не вижу здесь большого количества желающих помогать. Знаете что? Мне вот эти вот визиты непонятных дамочек, которые поохают, пахают, руками разведут, уже порядком надоели.
А квалифицированную помощь вы все равно оказать не сможете. А вот здесь вы глубоко ошибаетесь. Помощь как раз самая квалифицированная. Моя фамилия Каплевич. Можете навести справки в интернете. Я архитектор со стажем, и на моем счету десятки построенных и спроектированных зданий. Ну, архитектор — это, конечно, хорошо. Но были бы вы кровельщиком, цены бы вам не было. Не спешите с выводами. Я ведь могу не только оценить масштаб бедствия, но и рассчитать самый эффективный, а самое главное, недорогой способ его устранения. И, разумеется, мои услуги ничего не будут стоить вам. Ну что ж, спасибо. Буду вам весьма признательна. Пойдемте со мной, поможете мне смотреть дом. Пока директор будет решать, куда переселить детей. Татьяна Андреевна, действительно, нужно подумать, где мы можем разместить детей. Мы поставим кровати в спортзале. А мы можем забрать Левку и Люську к себе. Ну, вам же лучше. У мальчиков в спальне все в порядке. Ну, вы же понимаете, что нельзя разлучать брата и сестру. Это нехорошо. Кроме того, мне нужно с ними подружиться. Да они от вас и так без ума. Только и слышно про волшебницу Стеллу. Тогда по рукам? Ладно, пойдемте в кабинет, напишите заявление. Садись, садись. Пойдем. Ну вот, как я и обещал, все уладили. Свидетели показали, что драка была обоюдной. Участники отказались от претензий друг к другу. Спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, сколько мы вам должны? Ну что вы, госпожа Спаи, вы мне ничего не должны. Это у нас взаимозачеты с вашим соседом и моим другом, господином Каплевичем. Рад был помочь. Честно говоря, адвокат из вас, конечно, так себе. Могли бы мне хотя бы 15 суток выписать? С ума сошел? Что говоришь? Ну что, я бы с удовольствием отдохнул от моего прекрасного семейства. Теперь за вас мне придется ехать домой, изображать из себя Прометея, которому они вон будут печень выклевывать. Хоть бы мать пожалела. Она тебя с обожженными руками всю ночь искала. А ты вместо благодарности опять ей гадостей наговорил. Ну это ты у нас гордость семейства, вот ты и жалей. А я вечный позор, так что от меня хорошего ждать не стоит. Каждый сам выбирает, какую роль ему играть. Только я не понимаю, почему роль позора вам оказалась ближе. Это, конечно, ваши дела семейные. Я откланиваюсь. Привет, господину Каплевичу. Кость, что стоишь? Фразочку запиши, пригодится поэтессу охмурять. Знаешь, довольно! Поехали домой. По моим прикидкам, на этот ремонт необходимо порядка 300 000 рублей. Ой! Нет, я пыталась Врона выбить помощь, но... Мне обещали только 25 000 и бригаду рабочих, которая прибудет не раньше, чем через неделю. Нет, это будет очередное латание дыр. При первом же сильном дожде будет обрушение. Там нужно перекрытие все менять. Давайте поступим так. Вы мне дадите ваш расчетный счет, а я постараюсь найти необходимую сумму. Мы не отказываемся от благотворительных взносов. Правда, за последний год еще ни одного не поступало. Ну, у меня с деньгами, прямо скажем, так себе. Ну, в смысле, я могу руками что-то помочь. Я могу покрасить, побелить, ну, что-то, а? Замечательно, по-моему. Ну, что вы сидите? Я вас до завтра отпускаю к Александре Михайловне. Честно? Девушка, давай поговорим. Я мириться пришел. Ты извини меня, что я рявкнул так утром. Это все из-за Ставроса. Прости меня, правда. Костик, ты совсем-совсем ни в чем не виноват. Это ты меня прости, пожалуйста. Я временами бываю совсем несносной, я знаю. Ну, ладно. Тогда мир? Мир. Ты
Знаешь, сегодня был совершенно удивительный день. Я не писала никаких стихов. Зато я написала письмо своей маме. Ух ты. Угу. Я у нее прощения попросила. Я ведь никогда не пыталась ее понять по-настоящему. Но если бы не вы и не ваша семья, я бы не поняла, как это важно. Я очень надеюсь, что она мне ответит и простит меня. Ну, конечно, простит. Я забыла написать, чтобы она прислала побольше фотографий. Как думаешь, она догадается прислать? Я так хочу поскорее видеть своего брата. Догадается. О, кажется, у нас гости. Будет праздник. Давайте доедим, помоем руки и будем учиться играть в шахматы. А я умею немножко, только плохо. Саша, вы с Левкой сколько угодно играете в шахматы, а у нас с Люсей свои планы. В рифму играть будете? Очень смешно, Аня. Нет, я уже раскроила и наметила платье принцессы. Поэтому нам его осталось только померить и начать шить. Вот ты мне скажи, зачем девочке шахматы? Люсь, будешь мне помогать шить платье? Будешь? Буду обязательно. Вот. Потому что шахматы развивают логическое мышление. Вы шейте, пожалуйста, сколько хотите, но я Люсе все равно научу играть в шахматы. Слушай, ты как-то так поладила с детьми, с Левкой, с Люськой. Как-то так, а? Да, дети? Да. Да. Да это не я с ними, это они со мной поладили. Я с детьми вообще никогда не умела общаться. Вот и хорошо. Терпеть не могу, когда с нами общаются, как с детьми. Мы же уже никакие не дети, а взрослые. А вот и весь секрет. Так подумала. Ой, люли, люлюшеньки, баиньки, баюшеньки, сладко спи по ночам, да расти по часам. Баю, баю, баюшки, баю, баю, баюшки, прискакали заюшки, люли, люли, люлюшки. Нет, я не брала. Я тоже. А где она была? В комнате у компьютера. Слушайте, девочки, может, кто-то снова к нам в гости заходил, а? Как в прошлый раз. Ну ты что, Ив? Кто к нам в гости в прошлый раз приходил? Спят над нами. Может, дети флешку видели. Ладно, утром у них спрошу. Так, лоб, которым бил проситель. Чело. Лёва, Люся, вставайте. А может, сегодня не будем делать зарядку? Хорошо, давайте не будем. Скажите, вы не видели здесь флешку в виде рыбки? Я не видел. А я видела, вот она. Я ее пустила поплавать, а то золотой рыбки здесь одной уж скучно. Саш. Только не ругай Люську, она ж не специально. Да я никого и не собираюсь ругать. А
Одевайтесь, пойдемте завтракать. Может, оно и к лучшему. Юшка, ну ты чего? Я же не специально. Саша, подожди. Вот, держи. Это что? Это мой вклад в ремонт детского дома. Ты уверена? У тебя же не так много. Ну и что, что немного? Я все равно хочу участвовать. Может, я вообще для себя это делаю? В каком смысле? Понимаешь, просто я целый месяц жила здесь со своим Ипполитом. И даже не подозревала, что в поселке есть детский дом. Но это же самое натуральное свинство, согласись? Так что бери и не возражай. Костя? Привет. Что ты делаешь тут так рано? Да я так, по своим делам заходил. На минутку. Может, кофе? Не откажусь. Здравствуйте, Саша. Как ваши ребята? Доброе утро. Дети замечательные, у Лёвы потрясающие способности к шахматам, а Люсе пока больше нравится быть просто принцессой. Ну, в ее возрасте это неплохо. Я тоже так подумала. Похоже, что у меня созрело одно очень важное решение. Но для того, чтобы его осуществить, мне нужно разобраться со своим прошлым. Вы же понимаете, что я не могу подвергать детей опасности. Конечно, понимаю. А вы открыли флешку? Нет. У нас произошел маленький конфуз. Люся отпустила рыбку в аквариум поплавать. Детская доброта – это прекрасно. Гош, принеси, пожалуйста, банку с рисом. Мы сейчас ее туда положим, и к вечеру, я думаю, будет все в порядке. Я не знала. Теперь к нашим делам. Мы с Ивой хотим участвовать в помощи детскому дому. Ну, в этом нет необходимости. Все вопросы с благотворительностью я уже решил. Я даже догадываюсь, каким образом вы решили этот вопрос. Но все-таки мы с Ивой хотели бы участвовать, тем более, что наличные понадобятся сразу. А в наличности у нас тоже недостатка нет. Вот сегодня с утра ко мне заходил один застенчивый рыбак. Мне нравится этот поселок. Но деньги все-таки возьмите. Спасибо вам огромное. Вы так быстро нашли деньги, я даже не ожидала. Мы сегодня же закупим весь необходимый материал и вечером сможем приступить к ремонту. Нет-нет, начинайте прямо сейчас. Рабочие же приехали? Да, только что приехали. Пойдемте, я с ним поговорю, я уже все продумал. А, я с вами, я могу быть вам полезной. Пойдемте ко мне в кабинет, нужно оформить ваши наличные. Татьяна Андреевна, красиво у меня платьице. Она новая-новая. Красивая. Тебе очень идет. Люсь, только давай мы сделаем с тобой так. Ты сейчас пойдешь? И переоденешься в свою обычную одежду. А твое новое платьице Александра Михайловна увезет домой. Почему? Оно же мое. Ну, разумеется, конечно, оно твое. И в следующий раз, когда ты поедешь в гости, ты сможешь его надеть. И носить столько, сколько захочешь. Люсенька, а здесь не надо. А, я поняла. Потому что другим девочкам будет обидно. Умница. Видишь, какая ты молодец. Ты все абсолютно правильно понимаешь. Бегите, играйте. Жаль, что не все взрослые это понимают. Извините, пожалуйста, мне просто не хотелось лишать Люсю радости от ее первого нарядного платья. Поэтому я не подумала о других детях. Напрасно. Надо думать. Я научусь, я вам обещаю. Андрюша, Андрюш, а ты за стройматериалами, да? Можно я с тобой? Слушай, Ань, ты не обижайся. Ты могла бы пока не приезжать сюда.
Как, совсем? Ну, понимаешь, Никита очень переживает. Пусть немного отдохнет. А может, мне лучше с ним поговорить? Не лучше. Не надо его трогать, я сам все решу. Ты уезжай, ладно? А как все устаканится, я тебе позвоню. Саш, я хотел вас спросить, не будет ли бестактным по отношению к вам моя идея устроить для всех небольшой праздник? Я совершенно не намерена напрягать окружающих своими переживаниями. А по какому поводу праздник? Ведь ремонт еще не закончился? Да нет, дело не в ремонте. Просто вчерашний день оказался для меня очень важным. Я вам очень благодарен, Саша. Знаете, вы буквально меня пробудили от спячки. И она мне сразу перезвонила, ты представляешь? И она совсем-совсем на меня не сердится. И она обещала приехать. Я... Ой, извини. Она столько мне фотографий прислала, я тебе обязательно покажу. Да, хорошо. Ань, это грустно чего-то. У тебя что-то случилось? Да ну перестань. Ничего у меня не случилось. Ты знаешь что, вот эта вот мазь, она очень хорошо заживляет все рубцы. Так что, когда приедет твоя мама, у тебя даже шрамика не останется. Ой, ну ты вообще с этими травками творишь настоящие чудеса. Как волшебница. Это мне Вася сказал, что у мамы очень быстро все заживает. Ты знаешь, это не я. Вот бабушка у меня была действительно настоящей волшебницей. Она даже умела такой раствор делать на основе водорослей, который, представляешь, бесплодие лечил. Да ты что? Да. А знаешь, что я думаю? Вот тебе лучше, чем печалиться по всяким дуракам, которые тебя не ценят. Вот ты бы взяла и открыла свою клинику, Аня. Открыть я могу только консервную банку. Нет, ты не права. Посмотри на меня, Аня. Ты можешь все. Все. Только нужно Саше посоветоваться, она тебя всему научит. Ой, Ивка, у тебя фантазии хватит на союз писателей. Сейчас закончится мой отпуск, поеду я к себе на подстанцию и буду возить своих колотых, резаных, инфарктников. Вот и вся моя жизнь. А пока надо собираться на вечеринку. Я не знаю, как ты, а я намерена оторваться на полную катушку. Как у вас это ловко получается? Так ведь у меня только ноги не ходят, а руки работают вполне себе прилично. И голова. Не возражайте, пожалуйста. Я загуглила вашу фамилию. Я теперь даже не знаю, как общаться с таким знаменитым человеком. Надеюсь, вы все про меня прогуглили. И про это тоже? Нет. Об этом я не стала ничего искать. Это все равно, что подсматривать замоченную скважину. Если вы захотите, сами расскажете. Ну да, наверное, пора. А то, как плохой писатель, держу интригу на ровном месте. Знаете, на самом деле, всего пару лет назад я был жив и здоров, и, как говорится, вполне упитан. Трудился на ниве своей любимой архитектуры. Где-то за деньги, где-то для души. Все было бы замечательно и по сей день, если бы на моих глазах не рухнул дом. Ваш? Да, по моему проекту. Погибли 4 рабочих. Я испытал сильный стресс, и мои верные ноги отказали. В общем, как ни бились врачи, никто не может гарантировать, что я смогу когда-нибудь ходить. Ужасно. Ну, на самом деле, так потом выяснилось, мои расчеты были верны.
это была вина подрядчиков, но для меня это уже не было важно. Я купил себе этот дом, чтобы провести в нем остаток своей жизни. А семья у вас была? Детей, правда, не было. А жена после событий подала на развод и уехала за границу. Ну и дура. Ну почему? Ну, можно понять. Можно. Но не хочется. Сегодня Сергей Аркадьевич нас в гости приглашал. Ты пойдешь? Что, опять решили шефство надо мной взять? Спасибо, товарищи тимуродцы. Но для своих благих дел найдите кандидатуру поинтереснее. При чем тут шефство? И вообще, это ты у нас хозяин рыболовной шайки. Прошу прощения, артеля. Можешь позволить себе выходные, а я так. Наемная рабочая сила. Отойди. И должен трудиться, не покладая всего. Тем более, солнце еще высоко. Вот что ты опять начинаешь? Ладно, иди на свои посиделки. Я все развезу по клиентам. Давай. Да, Костик. Рыбу не забудь. Ты ж без нее никуда не ездишь. Вот гад. Девушки, вам какую музыку подогнать? Гош, ну давай что-нибудь повеселее. Ты что? Давай попроще. Оставь, пожалуйста, танго. Я умею танцевать. Может быть, ты составишь мне пару? Я? Не-не-не, я больше по хип-хопу, брейк-дансу там. Танго — это не мое. Саша, если вас, конечно, не смутит нестандартность нашего танца, я готов. Меня ничто не может смутить, когда я хочу потанцевать. Всем привет, девушки. Я не знаю, как это правильно вручают, поэтому разбирайте сами, пока еще не уронил. А, цветочки, значит, да? А рыбу зажал. Да нет, я просто учусь у Ставроса быть галантным кавалером. Правда, пока не слишком удачно. Дорогие друзья, рыбы, к сожалению, нету. Есть замечательный шашлык, прошу. Да, Андрюш, привет. Да. Что? Ребят! А, подождите. Никита пропал. Ребят, это не шутки. Если вы что-то знаете, лучше сразу скажите. Обещаю, вас никто не будет ругать. Да мы ничего не знаем. Честное слово, нам Никита ничего не говорил. А может, он в горы ушел? Почему в горы? Ну, мы недавно читали книжку о партизанах. И он говорил, что было бы здорово посмотреть, где они тут прятались, когда война была. А что случилось, а? Сами мы не справимся. Нужно кинолога вызвать. Вот. Я ушел, а не вернусь? О, Господи. Пропал ребенок. Предположительно, ушел в горы. Я понял. Полиция будет не раньше, чем через час. Нужно найти какой-нибудь предмет для того, чтобы собака нашла след. Сейчас принесу.
Мы не можем ждать целый час. Нужно идти на поиски немедленно, иначе стемнеет и будет гораздо труднее. Нужно сделать цепь на расстоянии 50 метров. Только нужно узнать, куда идти. Мне кажется, я знаю, где его искать. Мы с ним как-то осенью в поход ходили. Другой дороги в город он просто не знает. Тогда поехали. Передайте это кинологам, если мы не найдем Никиту раньше. Никита! Никита! Ничего, в декор пошла. Сейчас еще расшибешься. Костя, только не надо делать из меня никчемную личность, ладно? Хотите кричать Никита, я могу не хуже других. Никита! 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 Да я во всем виноват. Да найдем, найдем. Ну мы же ищем. В конце концов, не мы так кинологи с собаками найдут. Только не надо меня успокаивать. И вообще, если бы не ты, ничего бы этого не было. Да? Ну, спасибо тебе огромное. Ты вообще-то не против был. Никита! После крика прислушивайся. Я знаю. Саша, я там остатки костра нашел, еще теплые. Если это пацан же, то он еще где-то рядом. Туристы могли жечь. И были бы туристы, мы бы их увидели. Пошли быстрее. Ой, господи. Мы его нашли, он здесь. Сынок, не бойся, мы здесь. Сейчас мы тебя вытащим. Держи! Сможешь подняться? Ну-ка, по канату. Помнишь, я тебя учил? Не могу, я руки разодрал, и нога болит. Черт, что же делать? Спускайтесь. Сейчас. Алло. Да, нашли беглеца. Отбой. С ногой. Сейчас я его оббежу, будем поднимать. Давай-ка. Просто смотри на меня. Договорились? Поехали. Вот и все. Молодец. Смотри. Руки еще, руки. У меня есть мазь, я передам вам ее с Сашей. Будете мазать. Может, лучше тебе поедем сразу и полечим. Никита, ты не против? Да нет, а это не больно? Нет, не больно, даже не щиплет. Неправда. Нисколечко не больно. А что это? Это наверняка одна из штучек твоей бабушки. Да. Ты помнишь, какая она была кудесница? Помню. Между прочим, если бы не Анина бабушка, ты бы даже не родился. Ни в одной клинике не могли решить проблему с нашим бесплодием. А она сделала невозможное возможным. То есть меня вообще могло не быть? Да тебя бы и сейчас могло не быть, если бы мы нашли тебя чуть позже. Никит, ну правда, ты взрослый парень, должен понимать. Ой. Ну я уже 100 раз пожалел, что сбежал. Нелегко про вас много чего хорошего рассказывал, а я не верил. А что я теперь могу сделать? Да ничего не надо делать. Мир? Ладно, мир. Давай, Костя. Анют, ты прости меня. Я наговорил лишним. Да ничего, Андрюш, я все понимаю. Ты испугалась. Слушай, знаешь, что хотела тебе рассказать? Мне тут Ивка подкинула идею открыть частную клинику. Я думаю, ведь правда, у меня столько бабушкиных рецептов осталось. Может, попробовать? Ну, почему бы нет? Народная медицина сейчас популярна. Да. Займись. В компаньоны пойдешь. Ну что, бесплодие во все времена серьезная проблема. Проблема с кожей тоже вещь актуальна. Да. Омоложение вообще золотая жила. Я согласен. Я очень рада. Слушай, может быть, завтра сгоняем за бабушкиными чемоданами? Хорошо. Тогда я завтра встану пораньше. Привезу Никите что-нибудь переодеться. А сейчас его надо на кровать перенести. Пусть спит ребенок, не трогай. Ну, раз с Никитой так все благополучно получилось,
Может быть, нам и с флешкой повезет. Если ее не удалось восстановить, я так никогда и не узнаю, какую информацию оставил мне Вадим. Я не знаю, что я буду делать. Так. Увы. Извините. Я, конечно, не подслушивал, но все-таки слышал. Мне кажется, я могу вам помочь. Да? Я не знал, что ты в этом разбираешься. Я нет. У меня приятель в городе. Вот он просто бог в компах. Если хотите, могу попросить его глянуть. Вдруг получится. Ну, хорошо. Давай езжай к нему завтра с утра. Понял. Спасибо. Сделаю. Жалко только, что наш сегодняшний праздник не состоялся. Ну, почему же не состоялся? Уже одно танго стоит того, чтобы назвать его состоявшимся. Знаете, мне кажется, что танго такой танец, это даже больше, чем брудершафт. Мы можем перейти на «ты». Что скажете? Я скажу, Саша, что вам не стоит строить иллюзии. Вы молодая, сильная женщина, а я всего лишь калека. И танец на инвалидном кресле – это единственное, что я могу. А чем я заслужила такие слова? Разделим пространство. Вы ангел, а я ваш хранитель. Но я напишу и отправлю в красивом конверте: мой ангел, любите меня, непременно любите. Нежнее, чем я, вам никто никогда не напишет. Ну как? Нравится? Очень. Это я тебе посвятила. Да? Ой. А можешь еще раз прочитать? Я просто там не все понял. В другой раз, ладно? Thank you.
хватит, хватит. Все, достаточно. Не знаешь, где Костя? Он сегодня дома не ночевал. Наконец-то. Что ты переживаешь? Никуда он не денется. Загулял, наверное, заезжий поэтесса, и слава богу. А то ухаживает, ухаживает, и все без толку. Как она еще светиться не начала от его бесконечных рыбных подношений. Вот тебе посмеяться, а я всю ночь не спала. Господи, свалил уже этот ПТС нам на голову. Ну ведь вот, что он в ней нашел? Зря ты так, мам. ПТС, конечно, может и странноватое, только мне кажется, у них все серьезно. Да вижу я, что серьезно, а мне-то что теперь делать? А ты полюби ее. И не дави на Костю. Может, это его судьба? Что ты из меня монстра делаешь? Что я? Я тоже хочу, чтобы мой сын был счастлив. А, не воевай же мне с любовью. Я же не сумасшедший. Да, повезло малому. Любовь-то вам никакая не босанова. Погоди-ка, сынок. Сядь-ка. Я вот тебе что хотела сказать. Я была не права. Ты? Да. Все эти годы я была не права. Ну, все пыталась себя переделать. Очень мне хотелось, чтобы ты был похож на мужчин нашей семьи. А теперь вот вижу, нельзя человека втиснуть в чужой костюм, даже если это твой собственный сын. Ой, мама, так и тянет спросить, в чем подвох. Да нет тут никакого подвоха. Если хочешь уехать, хочешь уехать. Вот, уезжай. Я тебя, сыночек, отпускаю. Живи, как тебе нравится. И будь ты хоть этим бродячим музыкантом. А я тебе и денег дам на новую гитару. Может, ты там женщину какую хорошую встретишь. Наконец-то, которая тебя полюбит всем сердцем. Которую ты полюбишь. Вот. Мам, ты со мной так никогда не говорила. Не говорил, сыночек. И очень об этом жалею. Ну, никогда ж не поздно начать-то. Никит, будешь еще блинчик? Нет, спасибо, я уже объехала. Было очень вкусно. А мне можно? Да? Никогда таких вкусных блинчиков не ела. Знаешь, а я в детстве ведь хотела стать поваром, представляешь? А ты кем хочешь стать? Я? Я хочу стать летчиком. Серьезно? Ну, тогда у меня для тебя есть сюрприз. Ивушка, привет. Ну что, ты всю ночь писала стихи под шум прибоя? А я сегодня ничего не писала. А чего там? Ничего. А я потом расскажу. Блинчик возьму, очень вкусно пахнет. А мы сегодня уезжаем. Надолго? Да, вечером. Поедем разбирать архивы бабушки. А про сюрприз не забыли? Не забыли, не забыли. Ну, что ж, спасибо. И вам. Благодарю вас за идею с клиникой. Отличная мысль. Ну что, пойдем? Давай вот так. Вот это Михалычу, вот эти два Гаспаряну. Ну, а это давай заморозим. Хорошо. Мама, я женюсь. Что я говорил? Да, и как бы ты ни возражала, своего решения я не изменю. А что ты решил, что я буду возражать? Ну, наверное, потому что знает, модные столичные поэтессы не очень котируются у греческих свекрови. Дурак ты, братан! Да мне плевать, поэтесса она или штукатур. Я ее люблю. И мне все равно, чем она занимается. Да? Нет, уж, сыночек дорогой, это тебе не может быть вот так все равно. Ты должен понимать. На ком ты женишься? Если уж выбрал жены орхидею, не заставляй ее все время изображать из себя редиску. Это сейчас что было? Как видишь, сегодня день великих открытий, братец. Да, ты не спишь. Могу тебя даже ущипнуть для полной ясности. Пора уходить! Ну что ты? Где ты там? Да идите уже без нас! Слышь, Ромео, давай помогай. Вот эту на заморозку, эту
Испарян. Мир, где ты со мною, чайки над волною, капли в розовых бутонах. Там летает ветер, там смеются дети. Мир прекрасный и влюбленный. Теплым ветром ко мне возвращайся, в наше море веселого счастья. В день, когда ты ко мне постучался, я поверила, это судьба. Теплым ветром ко мне возвращайся, в наше море веселого счастья. В день, когда ты ко мне постучался, я поверила, это судьба. Я поверила, это судьба. Собирайся, Ива, пойдем в магазин. А то у нас в холодильнике мышь повесилась. Нет, Сашенька, у меня сегодня никак не получается. Совершенно не магазинное настроение. А потом вечером Костя рыбу принесет. Сосед рыбак, это, конечно, замечательно, но нужно же и совесть иметь. Ну, давай завтра сходим, правда. Я сейчас ни о чем таком не могу думать. Понимаешь? Костя сделал мне предложение, Саш. Ну, этого и следовало ожидать. Да, наверное, да. Только я совершенно не понимаю, что он во мне нашел. Как так получилось? Ох, Ива, просто Костя тот замечательный человек, который смог оценить твою искренность. И это тем более удивительно, потому что обычно мужчины не только не ценят ее, они ее пугаются. Ладно, ни радости, ни печали, ни повод сидеть голодными. Пойдем за продуктами. Иди домой, ты же не спал всю ночь. Да мне все равно не спится. Понимаю. Если бы я женился на такой штучке, я бы тоже потерял покой и сон. Вот что ты опять начинаешь, а? Да я шучу, не заводись. Ты мне лучше скажи, когда свадьба, чтобы я не пропустил такое важное событие. Ты не пропустишь. Вообще-то я уезжаю завтра, поэтому ты мне лучше заранее сообщи, чтобы я успел приехать. 100 раз успеешь. Мы дату еще не назначали. На свадьбу деньги нужны, а в этом году сезон, сам видишь, так себе. А у матери я денег брать не хочу. Я пришлю тебе, как только заработаю. С чего это ради? Ну, забыл. Я ж тебе должен за лодку, которая тут так славно полыхала. Брось, ты ничего мне не должен. Это наша общая лодка. Нет уж, братец, извини, это дело принципа. И ты знаешь, что со мной спорить бесполезно. Какие тяжелые. Сколько же полезной информации хранила твоя бабушка. Да, бабушка была ого-го. Пойдем, Никита. Никита! Мама! Мамочка! Здравствуй, сынок. Как ты вырос? Я дома буду. Откуда ты здесь? Что тебе нужно? Мы что, на улице будем разговаривать? Может, хотя бы до кафе доедем? О чем нам с тобой разговаривать? Па, поехали с мамой. Ладно, поехали. Только ненадолго.
Ну вот и все. Мое счастье длилось ровно 18 часов. Ничего подобного. Зачем ты сразу о плохом думаешь? Она же предательница. Самая настоящая. Ты бы видела, в каком он настроении был. Сейчас Андрей ее выгонит, сразу приедет к тебе, я уверена. Кажется, я вам не говорила, но моя мать тоже бросила нас с отцом и уехала. Если бы вы знали, сколько раз я мечтала, что она вернется, что мы с папой ее простим и снова будем все вместе. Да разве можно такое прощать? Можно. Еще и не такое можно простить. Аня, подумай сейчас об этом мальчике, а не Ките. Ты представляешь, сколько он страдал без матери? Я только об этом и думаю, Саша. Я прекрасно понимаю, что будущего у меня с Андреем нет. Он не может без своего сына, а сыну нужна родная мать. Ну что, посмотрим, такой ли уж твой друг компьютерный бог, как ты говоришь. Саша, приходите ко мне как можно скорее. Я вас жду. Молодец. А я что говорил? Бомба замедленного действия. Теперь все ясно. Совершено хищение. Деньги вкладчиков вывели за рубеж. Банк на грани банкротства. И что, вы собираетесь делать с этой информацией? Мне нужно ехать в Москву, рассказать обо всем Сидору. Может быть, для начала стоит ему позвонить? Нет, такие вопросы по телефону не обсуждаются. Хорошо, тогда я сегодня закажу билеты. Почему билеты, а не билет? Потому что я не собираюсь вас отпускать одну в эту поездку. Саша, даже не спорьте, я лечу с вами. У меня в Москве остались очень серьезные связи на высоком уровне. А чтобы я для вас не казался обузой, с нами третьим поедет Гоша. Так что давайте ваши паспортные данные для билетов. Идите собирать вещи. Ань, я хотел тебе сказать, ну, ты сама все видела, моя жена вернулась. Понимаешь, она навсегда вернулась. Я не знаю, как... Никита, он очень обрадовался. Андрюш, не мучайся, правда. Все нормально, я все понимаю. И ты правильное решение принял. Мы завтра уедем отсюда. Ты извини меня. Ты замечательная, но я не могу по-другому. Я все понимаю. Будь счастлив, Андрюш, жди. Замужней женой, а быть тебе, дева, навеки одной поедь. А что здесь происходит? А что у нас? Ничего. Мы отмечаем мою традиционную неудавшуюся личную жизнь и удачную помолвку Ивки. Да? Все. Ну, целых два повода, так недолго и спится. Это точно. А скажи, пожалуйста, а ты в каком лагере? С удачницами или со мной? А я как-то обезьяна, мне хоть разорвись. Да? Слушай, не переживай, если ты разорвешься, я сошью тебя заново. Все, все, Ивке больше не наливать. Слушай, ты какая загадочная, темнишь что-то, да? Ничего от тебя не скроешь. Мы с Черчиллем открыли флешку. Там. Что там спрятано? Я пока ничего не могу вам сказать, но завтра утром мы летим в Москву. Как только я вернусь, вы сразу же обо всем будете знать. Все,
Я знаю. Лучший способ забыть чужие тайны и свои беды. Это рюмочка наливочки. Так, тебе чуть-чуть, уже все готовенькое. Так, давай, давайте за нас. Ура. Аня, я вспомнила, что тетя Бася рекомендовала пить эту наливку пол рюмки с чаем. Ты представляешь? Если бы я вспомнила, что вот так вот может быть плохо, я бы лучше умерла. Погоди, погоди, я сейчас бульончик поставила варить. Борща сделаю. Знаешь, как прям сразу полегчает. Аня, не так плохо. Правда, я не шучу. Я лучше водички. Водички? Водички. Слушай, ну что вы за поколение такое дохлое какое-то, а? То ли дело мы как-то покрепче, что ли. Хотя, знаешь, мне тоже с глазами так себе. Все, я поехала. Сашенька, ты точно вернешься? Нам будет тебя очень не хватать. При условии, если я выживу, конечно. Ну, конечно, вернусь. 3 дня, максимум 5. Мы снова будем вместе. У меня же здесь еще важное дело. Ива, помнишь, что ты сказала про судьбу? Да про что она только не говорила? Нет, нет. То, что мы выжили в твоей аварии, для чего-то очень важного. Да? А, ну да. Я думаю, ты была права. Костя с рыбой, наверное. Вадим? Я ничего не понимаю. Я видела видео, в котором ты взорвался в своей машине. Угу. Потом Сидор сообщил мне, что тебя похоронили. Ты ничего не хочешь мне объяснить? Очень хочу. Только имей в виду, что я открыла твою флешку. Я знаю обо всех твоих махинациях, поэтому даже не вздумай мне врать. Да я и не собирался. Сашенька, это очень длинная история. Я тебе ее с удовольствием расскажу по пути в аэропорт, куда мы сейчас и поедем. Мы находимся в опасности. Пойдем. Нет такой длинной истории, которую нельзя рассказать коротко. Я не сдвинусь с места, пока ты мне все не объяснишь. Ты ведь меня знаешь. Знаю. Сашенька, только учти, что все это я делаю только ради нас с тобой. Чтобы мы жили счастливо, свободно и желательно подальше от этой страны. Неужели ты думаешь, что Сидор был не в курсе? Ну, разумеется, мы с ним сделали всю эту махинацию. Когда ты уехала в Иркутск оформлять наследство. Потом я тебя сразу привез сюда, в Крым. То есть вы боялись, что я вас разоблачу? Ну, разумеется. А как же взрыв? А что взрыв? Мы тоже его сделали. Ну, хотели повесить на меня все грехи. Такой спрос спокойнее. Но потом Сидор стал как-то нервно себя вести, дергался постоянно. Я решил все сделать сам. Мне показалось, что вместо мнимого моего убийства совершить настоящее. Потом я перекинул деньги на другой счет и сам взорвал свою машину. Вор у вора украл дубинку? Потрясающе! А как же тот человек, который взорвался вместо тебя? Да бомж это был, бомж. Сашенька. Если бы ты меня дождалась там, где я тебя оставил, мы уже давным-давно были в другом месте. Я не понимаю, почему ты уехал. Не понимаю. Я тебя искал, искал и... Скорее всего, засветился. Теперь Сидор знает, что я жив, и будет тебя использовать как живца. Ты понимаешь это? Я понимаю. Имей в виду, я никуда с тобой не поеду. Я пойду в полицию и сообщу обо всех твоих махинациях. Ты с ума сошла? И единственное, что я могу для тебя сделать, это позволить тебе уехать, если у тебя получится. Ты можешь начать новую жизнь на Каймановых островах или еще где ты хочешь.
Ты придумаешь новую аферу и заработаешь новый миллион. Почему новый? Потому что все твои деньги я перевела на другой счет, где ни ты, ни Сидор не сможете их достать. Нет. Ты же не могла этого сделать. Ты не могла это сделать. Могла. Убирайся, или я вызову полицию. Будь осторожна. Когда тебя возьмут, защитить-то будет некому. Неужели ты прямо сейчас возьмешь и уедешь? Ты ведь даже билет еще не купил. Да, билет не проблема, в аэропорту возьму. Я уже позвоню своим друзьям. Сваливать надо, пока мать не передумала. Да она не передумает. Она просила тебе на прощение передать, но сама как-то засмущалась. Даже я так и не сохранил. А она сохранила. Сказала, пусть теперь будет у тебя, может, удача принесет. Не знал, что для нее это так важно. Это было твое первое выступление в нашем клубе. Я тогда чуть от гордости не лопнул. Да. Какой же я был идиот. Да брось ты. Ты еще сам не знаешь, какой ты. Иди, изучай. Спасибо тебе. Сережа. Саша, Мира, я понимаю, что тебе очень тяжело. Не нужно ехать, иначе эта история никогда не закончится. Успокойся. Успокойся, пожалуйста. Доктор, ну что? Все в порядке. Операция прошла нормально. Но пришлось удалить селезенку и часть печени. Не волнуйтесь, без селезенки люди доживают до глубокой старости, а печень имеет свойство восстанавливаться. Кроме этого, у вашего сына сломано два ребра и повреждено легкое. Но организм молодой, крепкий, вполне справится. Можно мне к нему? Сегодня нет, а вот завтра с утра приезжайте, пропуск я вам выпишу. А, да, хотел спросить, а что случилось? Как он так угодил под машину? Как будто нарочно. Он не угодил. Он человека спас. Он герой. Конечно, я наврала Вадиму про деньги, но как только вернулась домой, сразу же действительно перевела их с его счета на другой счет. Это просто чудо, что он сам этого не сделал, когда не обнаружил вас в гостинице. Я думаю, что он мне доверял. И я бы никогда не поверила в то, что он может убить человека, если бы он сам мне в этом не признался. Чисто теоретически его можно понять. Он не мог устроить свою смерть иначе. Например, оставить одежду на берегу и изобразить, что утонул. Отсутствие тела вызвало бы множество подозрений у того же Сидора. А тут все было чисто. Да, только все очень грязно. Прошу прощения за каламбур. Давайте решим, что мы будем делать с этими деньгами. Я готова перевести их сразу же, куда вы скажете. Но мне хотелось бы попросить небольшое вознаграждение. Все-таки вы очень странная девушка, Саша. Вторую неделю идет следствие, а я не устаю удивляться.
С вашими возможностями и знаниями банковской сферы вы настолько лихо могли бы замести следы, что в этом никто никогда не разобрался. И у вас на руках была бы вся сумма. А вместо этого вы пытаетесь выговорить какой-то бонус. Я не люблю незаработанного. Эти деньги я прошу не для себя. Они мне нужны для того, чтобы сделать капитальный ремонт одного детского дома на Черноморском побережье. Да. Такого я ни разу еще не слышал. Я попробую решить этот вопрос. Ничего себе. Ради такой красавицы стоило еще пару ребер сломать. Передай, пожалуйста, Александре, что я приятно поражен. Сам передашь. Они с Черчиллем сегодня к тебе вечером заедут. Я, конечно, в первый раз готовила рыбу по-гречески, но... мне кажется, получилось немножко вкусно. Ну почему опять рыба, а? У меня скоро от нее жабры вырастут. Ну, у меня же не выросли. Я бы в этом не был так уверен на твоем месте, брат. А что, пиццу нельзя было заказать? Или ее в этой деревне не готовят? Ну, как? Ой, да посмотри. Какой аромат, прелестно. Ну, молодец. Ой, молодец, ну почти как у меня. Спасибо. Молодец, молодец. Как твоя мама, когда приезжает? Ой, завтра приезжает. А свадьбу мы решили следующей весной играть на Красную Горку. Если вы, конечно, не возражаете. Заодно в Ставрусе все заживет, верно? Ну, подождите. Во-первых, я не собираюсь целый год лечиться здесь. Вот. И вообще, если меня отсюда не выпустят через пару дней, я клянусь, я сбегу по пожарной лестнице. Вы меня знаете. Зачем? Ты же разобьешься. Видишь ли, Ива, ребра не совесть. Заживут. Я решила свои личные проблемы, и теперь я хотела бы вплотную заняться опекунством. Я посмотрела список необходимых документов, и мне нужно с вами посоветоваться. Медкомиссию я легко пройду, но у меня есть две проблемы. Всего две. Вы счастливый человек. Первая проблема – это жилплощадь, которая находится в Иркутске. Я готова ее продать и купить жилье в Крыму, но на это потребуется время. А вы куда-то торопитесь? Да. Я хотела бы как можно скорее забрать детей домой. Знаете, это для нас, взрослых, время летит быстро и незаметно. А для детей каждый день – это целая жизнь. Понимаю. А какая вторая проблема? Вторая проблема – это работа, которой на данный момент у меня нет. Я готова устроиться в детский дом. Даже завхозом. Ведь Андрей уехал. Уехал. Но... я не думаю, что эта должность заслуживает вашего внимания. Мне кажется, что вам больше подойдет мое кресло. Что? А что вы так удивляетесь? Насчет нашего детского дома стали поступать серьезные суммы с пометкой на ремонт. Но неужели вы всерьез думали, что до меня не дойдут слухи о том, как вы добыли эти деньги? Между прочим, эта история уже во всех коридорах отдела народного образования обсуждается. Я не предполагала, что это станет достоянием гласности. Ну, в наше время секретов не бывает. Так что я помогу вам решить вопрос о вашем назначении на мое место. Ну, если, конечно, вы согласны. Мне нужно подумать. Думайте. Но я уверена, что вы многое можете сделать на этом посту. Хотя, конечно, райских кущ оно вам не сулит. А я... уж простите меня за откровенность, выгорела на этой работе дотла. Все, больше не могу. Хочу уехать как можно дальше. Мне 40. Говорят, что в 40 лет жизнь только начинается. Хочу проверить. Вы меня сейчас просто поразили. Ну, не больше, чем вы меня. В общем, мы с вами выяснили. Проблема у вас только одна, жилищная. Решайте ее поскорее. Ну и, как говорится, милости просим.
Здравствуйте, Анна Ивановна. Привет, Василек, как дела? Все в порядке. Позвольте, помогу? Да, пожалуйста. А вы как? Да голова у меня кругом, знаешь, от всех этих документов. То налоги, залоги, какие-то уставные капиталы, уставные документы. Мне вообще кажется, китайский язык проще выучить. Не понял. А ты не знаешь ничего? Ты помнишь, я хотела открыть частную клинику ради одного человека? Ну да, да, он же вроде того уехал. Уехал. И вот я подумала, почему мы, женщины, всегда все делаем ради мужиков. Толстеем, худеем, вообще не жрем, на каблуках на этих ковыляем неудобных. Я подумала, открою я клинику ради себя. Думаешь, не получится? Да получится, конечно. Обязательно получится. А если что нужно, я все что угодно. Ой, мне бы только, знаешь, с документами бы с этим разобраться. А ты куда шел-то, Василек? Ну так, решил повидаться. Ты опять начинаешь? Тебе сказала, найди себе нормальную девушку. Да я нашел, я давно уже нашел. Я вас выбираю, Анна Ивановна. Выходите за меня замуж. Отстал бы ты от меня, Василек, а? Наелась я. Ну, выслушайте меня. Не хочу. Анна Ивановна, может, с виду я и Василек, а на деле я упрямый и настойчивый. В общем, теперь мне нужно срочно лететь в Иркутск. Я не знаю, когда я вернусь. Саша, ты не думала, что твой жилищный вопрос можно решить гораздо проще и быстрее? Да? У тебя есть какой-то план? Там есть идея. Мы с тобой заключаем брак, разумеется, фиктивный. Я прописываю тебя в этом доме, и ни одна комиссия не посмеет сказать, что этот дом недостаточно хорош для детей. Как тебе такая идея? Идея хорошая. Угу. Очень хорошая. Я согласна выйти за тебя замуж, угу. Но мне несколько не нравится слово «фиктивный». Скажи, пожалуйста, ты не хочешь сделать мне настоящее предложение? Ты знаешь, то, что мы хотим, и то, что мы можем... Только вот, пожалуйста, не начинай сейчас про обузу и все остальное. Теперь ведь непонятно, кто из нас более невыгодная партия. Не забывай, скоро у меня появится двое детей. Как это теперь называется? Быть с прицепом? Ой, не говори такие гадости про детей, ты что? Я, например, был бы не против. Ну вот и будь. Сделай, наконец, мне предложение, которого я жду уже какой день. Саша, подумай еще раз. Я уже тебе говорил, что ты молодая, сильная женщина. А любовь — это не просто слияние двух душ. Я надеюсь, тебе не надо объяснять, каким образом решаются подобные проблемы. Ну что ж, по традиции повторим во второй раз. Знаешь, это кольцо моей прабабки. Оно не очень подходит для помолвки, но другого в этом доме нет. Да, и прости, я не смогу встать на колено. Ты не возражаешь, если я отвечу тебе завтра? Мне просто нужно подумать. Да. Вот здесь, на этих камнях, закончила свою музыкальную жизнь одна из моих любимых гитар. Прямо здесь? Да. Могу себе представить ее предсмертный стон. Ты предупредил своих, что приезжаешь? Конечно. Я уверен, мама с утра с берега глаз не сводит. Стоит вон там, ждет меня. Я же всегда с той стороны приходил. А обо мне ты им сказал? Зачем?
чтобы лишить себя удовольствия увидеть, как они обалдеют? Ни за что. Тебе смешно, а я боюсь. Чего ты боишься? Ну, вдруг я им не понравлюсь. Женщина, которая согласилась стать женой такого бродяги, как я, и скоро подарит ему ребенка, всегда будет любимой его семьей. Хотя, если по правде, быть женой рыбака гораздо хуже. Хорошо, что они об этом не знают. Угу, хорошо. Спасибо. Ой, так. Нам надо еще цветы вот здесь и вот здесь поставить. Не волнуйся ты так. Я все равно ужасно переживаю. Ты представляешь, в понедельник сюда уже придут первые пациенты. Ты столько лет людям добро делала. Неужели ты думаешь, они этого не помнят? Народ валом повалит. Да? Ну, конечно. Это новый этап, новая жизнь. Когда у нас уже начнется новый этап? Когда ты же выйдешь за меня замуж? Не торопи меня, Василек. Я все свои решения в жизни принимала спонтанно, сгоряча, как будто без головы. Знаешь, ничего хорошего из этого не вышло. Поэтому самое главное решение в своей жизни я хочу принять спокойно и уверенно. Я знаю, я подожду. Хорошо. Саша! Мы за тобой. А что, уже пора? Я совсем закрутилась. Нужно торопиться, а то мы на свадьбу опоздаем. А на свадьбу ты пойдешь в спецодежде? Я забыла про платье. Я теперь ничего не успею. А вот и нет. Ты все успеешь. Мы твоя принцессина платье сами тебя привезли. Что бы я без вас делала? Я быстро. Ждите меня здесь. Дорогие друзья, можно мне сказать, пожалуйста, можно? А, родные мои, минуточку внимания. Целый год моя жизнь неразрывно связана с этим потрясающим местом, с этим домом, с этим морем, с этим берегом. Вот. И не только моя, и Сашина, и Анина тоже. И я хочу поднять этот бокал за судьбу. За то, что она сохранила нам жизнь в той ужасной аварии и познакомила нас. И я надеюсь, она ни на секундочку не пожалела об этом, потому что жизнь каждой из нас изменилась навсегда. Да. И это прекрасно. Ура! Оставь в покое телефон. Прекрати дергаться. Тебе легко говорить, а у меня жена рожает. Почему именно сегодня? Врачи же еще 2 недели обещали. Да потому что все свои торопыги. Вон, радуйся за брата. Видишь ты, когда родится наша девочка. Почему девочка? Сын будет. А я говорю, девочка. Девочка! Подержи.
Алло. Музыку! У меня сын родился! Танцуем сердаки, грех я и нет!